Сторожі, 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 і думаю, сколько українців мужики, да? Как вам тяжело с нами? Повезло, свезло, да? Реально, можно слякоть, сырость, дождь, грязь. Я тоже. Наши девочки, как будто бы грязи нет. И она идет, и на ней вообще не пятнышко, вот, да? Я вообще не понимаю, как вы это делаете, чистый опыт. Как? Каждый 100 метров. Я понимаю, что большая сумка. Я понимаю, что там хранится все за личной жизни. В том числе и... Там не хватает подсветки. Только когда ищешь, ничего не видно. А, ну, кстати. Видите, подсветка для сумки. Новая маркетинговая ниша, да? Вот, давай. Вот. Девушки, меня зовут Борис. Можно на «ты» сразу. Приятно. Сегодня я скажу, знаете, проблема в чем? Я вижу, что вы уже все знаете. Просто я слышал вашу презентацию, я смотрю, половина из вас уже владеет там 5 бизнесами. Да, да. И вот я этим людям буду что-то рассказывать. Нет, я таки да, имею что рассказать, но все равно. Есть, которые пока что имеют только один бизнес, он уже успешный. Но у нас просто так это получается, мы хотим как качественно. Качественно, хорошо, ладно. Поэтому мне предложили, мне сказали, я эту тему не выбирал, не ее выбрал. Знаете, как женщину выбирают в Средней Азии, говорят, вот твоя, я говорю, хорошо. Или мужчина, не мужчина уже так выбирает. Маркетинг, коммуникации, я немножко перетел, и для растущих компаний, я надеюсь, что вы все продолжаете расти. Ну, в смысле... И в шире высоты. Да. Мне простые времена такие непростые, потому что на самом деле правила роста во времена обычные и правила роста сегодня совсем разные. То есть те учебники, которые писал Филипп Котлер тогда, они сейчас читаешь, думаешь, и что? И вот, и да, и слабо вот так. Вот, не, еще можно Джека Траута почитать, потому что он хотя бы избавляется от лишнего и тоньшего. Ну, то есть экономичнее. То есть раз по сегодняшним временам. Итак, давайте сразу нырнем внутрь. Я не буду там долгих предисловий рассказывать. Хотя бы приблизительно, там, сфера услуг, поднимите руки, чтобы я понимал. Так, просто торговля, там, розничные товары, да, там, опт какой-то. Все, финансовые услуги какие-то, консалтинг, есть-то кто-то? Есть услуги. Есть услуги. Хорошо, Образование не как услуга. Дети, детское образование? Да, школа, да. Школа. Но это все равно услуга. Услуги, да. Хорошо, всем дальше. Хорошо. Вы, наверное, услышали про эту легенду, да, по поводу там императора, да? Расскажи. Я буду спрашивать слайд. Раз, слышали, поехали. Нет, мы не слышали, давайте, мы не слышали. Легенда древняя, император в плохие времена вызвал к себе мудреца. И слушай, что делать? Он говорит, вот смотри, на самом деле на китайском языке у них очень интересно, я просто жил во Владивостоке долго, и у нас китайский словарь был, и я знаю, что у них там 60 тысяч рублей выучил, тоже академик. Сразу ты приходишь, даешь экзамен, все, ты академик, тебе просто сразу ставят пятерку за счет. И он пришел, и у них практически любое слово можно написать тремя-пятью вариантами, ну много. И вот он изобразил кризис как вот эти два, то есть, потому что я уверен, что кризис можно писать и по-разному. Ну то есть не кризис, тогда не было слова кризис. Вот та ситуация, которая была на тот момент. Вот, это было новое слово, там, возможно, в тот момент было у меня логично. И он изобразил его двумя иероглифами. Один опасность, второй шанс. И я считаю, что тот, кто сегодня не откушивает кусочки рынка у своих загинающихся конкурентов, ну, я их называю коллегами. Вот если коллеги закрывают какой-то департамент, ну, ребята, это возможность. Если коллеги увольняют кого-то хорошего, у вас появляется ценный ресурс. И так далее и тому подобное. То есть вот сейчас, ну, во-первых, первая задача это выжить, ну, понятно. И для этого нужно как-то экономить ресурсы, но важные ресурсы. Я не буду вам сейчас рассказывать о бизнес-процессах и так далее, это не моя часть. Да. Но, соответственно, вот помимо того, что надо уберечься, надо еще как-то попробовать вырасти. Ну, знаете, есть такая компания, буду говорить, одесский очень крупный бренд. У них поставлена была задача сейлс-менеджерам, да, что, ребят, вы должны в месяц прирастать на 10% продаж. Должны прирастать. И им так говорят, что вы видите, что как на 10%? Ну подождите, рынок падает. На самом деле, если мы там удержались на прошлом уровне или упали всего лишь на 10%, когда рынок прыгнулся на 40% с автомобилями, на сколько он упал?
то это уже достижение больше, чем плюс 10%. Поэтому ну, надо быть, ну, включать логику, немножко математику и уметь читать цифры происходящие, и быть реалистами. И понимать, что если там у вас даже какие-то клиенты ушли и так далее, что это вполне возможно, что на фоне рынка это не падение. А вы еще неплохо держитесь и даже растете, захватывая других клиентов. Итак. Значит, что вот в это время, как с этим работать? Я бы сразу в практику иду. Первое, ищем оставленные ниши. Оставленные ниши могут быть везде. Они могут быть в пространстве внимания, я так назвал добавитель, придумал сегодня термин пространство внимания потребителя. То есть в рекламных блоках. Знаете, у нас почему-то много СМИ начало закрываться. Вот те, которые остались, те, кто держится, ну, то есть у них что было нормально с эффективностью. Начали закрываться по простой причине, потому что они продавали неэффективную рекламу, люди просто тратили тупо на это деньги. И в итоге, ну, она ничего не приносила, а вот в такие времена, когда все проверяется на вшивость, извините, будете искренне, соответственно, очень много рекламы отпало, но СМИ живет, понятно, за счет рекламы. И те, кто закрылся, ну, значит, они были неэффективны и с этой точки зрения тоже. Поэтому в рекламных блоках появились дырки, в рекламных площадях появились дырки, появилось очень много социальной рекламы. Эти места можно занимать. Причем есть места дорогие, а есть места, извините меня, которые ну, очень целевые, хорошие. Ну, просто за ними надо следить. Не пытайтесь сидеть и делать то же самое, что вы делали, или ваши маркетологи, или ваш там, отдел продаж делал там, последние там, 3 года. Это не будет работать. Потому что то, что было там 3 года назад, когда я бахнул, когда первая волна кризиса, все сказали, ох, сейчас у нас доллар сколько стоит? А у кого, кстати, товар как-то связан с долларом, с курсом? О, отлично, да. Ну, да, знаете, у меня сотрудники хотят зарплату, чтобы она была привязана к долларам, еще чтобы все была хотят. Белая, да? У вас тоже, наверное, так, да, все хотят. Вот, смотрите, дальше. В информационном пространстве. И вот это самое, кстати, интересное. В рекламных блоках вещь такая. То есть вы можете прийти там и скупить оптом то, что. Ну, был там, не знаю, кто-то где-то занял какое-то количество блоков, потом сказал, что мы у вас. Прокредитовали какое-то количество, а вот дальше забрать не можем. А СМИ рассчитывала там какой-то телеканал или радиостанция, там, рассчитывала на эти ну, площади, да, и, соответственно, они теперь уже готовы отдать быстро и немножко по другой цене. Поэтому ну, их можно забирать по иным условиям. А в информационном пространстве еще интереснее. Дело в том, что когда компания активная, даже когда компания активная, они. Информационное пространство работает очень плохо. Они работают с рекламой неплохо, но о себе, о своих достижениях они рассказывают не часто. Даже серьезные компании уровня там, приватбанка, у них есть потрясающие услуги. То есть если бы у меня у компании были такие возможности, ну не возможности, а такие услуги, да, такой портфель богатый того, что я могу предложить, то я бы кричал там на каждом углу о них. Вы знаете, например, ну, я не работаю, наверное, на приватбанк, чтобы вы понимали, что... Я знаю, да. Так вот, вы знаете, что у них доллары можно заводить на счет через терминал? Да. Ну, вот знает 2 человека. Когда я зашел когда я стоял в очереди, чтобы положить доллары на счет, я переспросил девушку, слушайте, а доллары можно? Она сказала, нет, причем работник банка. Поэтому, это информационный повод. Это с точки зрения пиара, это золото. И вот это золото, которое вообще обычно не разрабатывается практически там, 80% компаний, оно в информационном пространстве, в печати, ну, печать это такой, это более дорогой способ. Дешево, слушайте, новость стоит там, не знаю, где-нибудь на репортере разместить, там, $60. Стоит причем вечная, хорошая, большая новость со ссылкой, с правильным текстом, ну, желательно не рекламным, да, и так далее. Ну, то есть, оно продающим вас. Значит, они, мало того, что они эту активность снижают, они увольняют людей, которые что-то писали для них, они увольняют журналистов, они перестают платить те копейки тем журналистам, которые что-то когда-то не писали. И это возможность. Тем более, что сейчас люди готовы работать, но немножко за другие деньги. То есть они готовы работать за те же деньги, которые были 2 года назад, а деньги выросли. Ну, то есть, количество, да? Отношения. Виртуальных сообществ. Вот это вообще очень интересно, потому что бывают следующие вещи. Приходит компания и создает чего-то там, вот у нее там все шло хорошо, она создает вокруг себя какой-то движ, какое-то сообщество, а потом у нее ну, там начался кризис, и они бросают управление этим сообществом. И оно становится бесхозным. И вы заходите такое, а там открытый доступ. И там будут общаться все, ну это же типа группа какая-то. Зашли туда. И такие, ну, совсем в наглую не надо.
Вы заходите, смотрите, кто-то спрашивает, допустим, это группа, там, не знаю, Дельта Банк. И она, ее кто-то бросил. Ну, нет, Дельта работает хорошо с интернетом, но кто-то забросил, писали. И вопросы пошли. Скажите, а как вот правильно вот это, как оформить вот эту квиту, как вот это сделать? А вот налогообложение как работает? И никто не отвечает. День, два, три, неделю. Вы заходите и совершенно спокойно говорите. Вы знаете, я не знаю, как Дельта Банк. Ну вот у нас, в привате, это делается вот так. Все. Вы сейчас, и мало того, они, скорее всего, не заметят это через две недели, потому что, ну, не следят за этим. Хорошо, нет, Дельта работает хорошо со своими сетями, но вы то же самое можете делать. Вы находите те места, где ваши, ну, ваши коллеги разбросали семена, и так как они думают, ну, наверное, уже там, слушайте, у нас тут надо было прикрывать дыры в бюджете и во всем остальном, они забыли про это. А там вот это ходят, понимаете, клюют. И вы можете туда немножко своих семян подбросать. Нет, не заходите туда и в наглую развешивайте билборды свои там, виртуальные. Да, вот этого делать не надо. За это можно, то есть вас начнут там поливать грязью, там скажут, что вы, ну, недобросовестная конференция. Ну не стоит. Лучше красиво подбирать клиентов. Вот он пришел, стучится в дверь, а никто не открывает. Вот такой раз, ему ручки подставили. А что, у вас можно? Да, да он сможет даже в полтора раза больше. Как в полтора раза больше? И что, Миша, да вообще, давай. Он уже у вас. Поэтому ищите вот эти брошенные виртуальные сообщества, ищите ниши, то есть вот писали. Ну, например, расскажу. Был клиент один, не буду говорить, какая сфера, потому что можно быстро вычислить. И мы занимались их интернет-пиар долго, 2-3 года подряд. И в какой-то момент их конкуренты очнулись. Блин, надо делать, они что классно делают, так растут, у них все пишут, давайте мы тоже начнем делать. И они начали просто вот бровь в бровь идти с нами, как вот лошадь, да, там ухо в ухо идти. И просто повторяли все шаги. Единственное, что они делали глупо, они там размещали новости типа в Московском комсомольце, зачем, непонятно, ну, кто считает это украинцев, Московский комсомольец, да. Еще платили там какие-то бешеные деньги за это. Но как бы там все было жирно, красиво, Московский комсомолец. Вот. И в какой-то момент клиент сказал, слушайте, давайте мы от этого откажемся. Что произошло? Возник вакуум, возник. А новости, смотрите, новости и информация, это продукт FMCG, быстро, ну, fast moving consumer goods, да, это продукт, который очень быстро скоропортящийся, то есть новость должна быть, вот сегодня сделали что-то, достижение возникло, все, у вас есть неделя-две, чтобы ее осветить. Быстро, причем вообще надо планировать освещение того, что что-то происходит, до того как, за две недели у вас ваши там, если у вас нет пиарщиков, хотя бы там маркетологи должны уже знать, как готовить эту информацию. Минимум за две недели. Потому что если вы им скажете, так, мы запускаемся сегодня, чтобы завтра все об этом знали, им надо подготовить, написать тексты, все согласовать. С юристами, извините, если это особенно какой-то там финансовый сектор. А юристы, вы знаете, как долго отвечают? А потом надо еще с директором согласовать, какую фотографию, вы будете месяц. Поэтому в одной западной компании, в которой я там, ну, там, занимаю должность пресс-атташе, мне приходится согласовывать пресс-релизы за месяц писать, потому что это еще отправляется куда-то там в Европу, потом в Штаты, потом туда, а потом возвращается и говорит, знаете, надо все переписать. Как? Осталось 3 дня. Куда? И тогда опять по кругу. Ну и тогда приходится делать вот так, когда никто ничего не видел, и вот мы уже отправляем, ну, как есть, вот, с переделками, но не согласовываем. Короче, с этим надо быть аккуратным, но ищите просто оставленные ниши, они сейчас бросаются. Точно так же ниши бросаются в продуктовые и сервисные линейки. Однозначно, я узнал недавно, что у компании, ну не конкурента, а коллег, у моих коллег, у них закрылся полностью департамент там, по социальных медиа. Все, отлично, замечательно, спасибо. Ну, мне лишние сотрудники не нужны, хотя у них там немного было сотрудников в этом подразделении, но это хорошо. Это значит, есть бесхозные люди, которые ходят, и им что-то надо. Возможно, им надо не по той цене, которую им предлагали там, может быть, можно предложить какие-то другие условия, но их можно подбирать. И, соответственно, их можно где подбирать? Там, где они обсуждали эти услуги, продукты, в тех сообществах, которые создали коллеги. Но да, там заходите просто в наглую забирать, ему дадут по голове. Поэтому надо это делать очень аккуратно. Хорошо. Ищем новые потребности в прежних сферах. Вот тут есть очень интересный момент. Если раньше у нас люди покупали, помните, да, любую технику, там все какие-то чайники, какие-то там плойки, вот просто каждый год меняли и так далее, да, то сейчас потребность просто вот старая восстановить. То есть, грубо говоря, сейчас сервисники, скорее всего, зарабатывают больше, ну, если правильно, грамотные сервисники, зарабатывают больше, чем те, кто, ну, что-то продает или там занимается ритейлом. Поэтому
Как это можно искать? То есть, во-первых, появляется новая потребность, там ремонт там, очков, не знаю, все что угодно, каблуков. Смотрите, есть несколько инструментов, сейчас покажу, как они работают. На самом деле это золото. Вот вместо того, чтобы платить огромные деньги за маркетинговые исследования, ну, потому что действительно хорошее маркетинговое исследование меньше 3-5 тысяч долларов не стоит. Ну не стоит оно меньше 3 тысяч долларов. Тем более, мало того, не значит, что если вы заплатите 3-5 тысяч долларов, вам сделают хорошее маркетинговое исследование. Потому что реально нормальных маркетологов в нашей стране раз-два я обчелся. Была Татьяна Желтомирская, которая возглавляла TouchPol, потом она перешла в какую-то большую компанию. Они до сих пор работают неплохо, есть там JFK, есть нормальные ребята, которые что-то могут делать. Но за ними тоже надо следить, потому что вы сами знаете, что в маркетинге следующее. Вот поставил правильный вопрос, получил правильный ответ. Поставил неправильный вопрос, получил какую-то херню, с которой вообще ничего потом не сделаешь. Нет, ты потом сделаешь, деньги потратишь, все будут довольны, кроме вас. Ну, теперь, значит, есть пару инструментов, которые бесплатны. Вот. Значит, Google, называется Google Trends, можете ввести просто два слова. Google, вот. Google. Тренды, да? Кто-то пользовался этим инструментом? Нет? Нет? Вот, круто. Ну, кто-то пробовал, да? Вот. Ничего себе. Yes. Наши люди. Смотрите, и второй инструмент такой, точно такой же у товарищей из Яндекса, Wordstat. Он делает все то же самое, только в Яндексе, да? И смотрите, единственный есть момент, чтобы вы понимали, это только активная интернет-аудитория. Но сейчас у нас активная интернет-аудитория, это практически все, кроме там, ну, совсем да? Или же, смотрите, вот топы производственных предприятий, у них есть люди, которые это делают. За них. То есть они там не присутствуют, у них там старые Nokia и Motorola, которые они любят и правильно делают, и они говорят, так, там, Маша, найди мне, и все. То есть они там не сидят, но за них это делают другие люди. Знают, что искать. Они знают, что они ставят задачу, что найти. Поэтому вот Google и Яндекс полностью отдают вам, ну, Яндекс отдает цифру, Google дает цифру в другом нужном месте, изменяющиеся интересы потребителей, которые так или иначе что-то ищут в интернете. Сейчас в интернете ищут практически все. Ну, кроме, наверное, какой-то там оптовой закупки чего-то, и то. Даже металл покупают через интернет. Да? Значит, смотрите, как пользоваться, сейчас покажу. Обязательно принимайте во внимание, что Google пользуется в Украине, ну, много там, по каким-то данным там 63%, по каким-то там больше чуть-чуть. Ну, короче говоря, Google в Украине пользуется больше, чем Яндексом. В России Яндекс – это национальный поисковик. Когда-то у них там было 56%, сейчас, по-моему, там за 60% зашкаливается всеми этими делами. Поэтому, когда вы смотрите на данные Яндекса, понимаете, что это больше российская аудитория. Когда Гугла, то, ну, то есть, аудитория то есть, больше наша. Но там можно настраивать поиск конкретно по стране, по региону. И, в принципе, если вы взяли данные Яндекса, увидели какую-то цифру, там, 2000 человек в месяц, что-то еще. Значит, вы можете умножить, где-то я умножаю на 2, на 2,5 и получу общую цифру по Рунету. Потому что есть еще другие поисковики, но ими не пользуются, ну, есть там, и Metallway еще. Значит, смотрите, давайте, вот, у кого есть вопрос маркетинговый нерешенный, у кого-то продукт, который вы не знаете, там, стоит запускать, не стоит запускать, ну, скажите мне, что кто-то, бросьте какой-то сейчас услугу, сервис, там, подсылку. Ну, прокат Байдара. Прокат Байдара? Да. Отлично. Это вообще сезонный сервис. Да, ну, смотрите, здесь прокат, я в гугле правда найду его. Значит, прокат by дорог. Ну, вообще, лодок. Смотрите, сейчас я просто ищу по словам. Значит, на самом деле, прокат by дорог во всем Рунете еще даже 220 тысяч человек. Это Россия и Украина. То есть это прошлый месяц. Если посмотреть по истории запросов, сейчас я покажу, да, вот старт. Вот смотрите, собственно, летний сезон, спрос, абсолютное количество, там, ну короче, 123 запроса, сезон 2500. И вот вы можете понять, и это вот 2 года, то есть начинается где-то вот перед апрелем, вот апрель у вас пошел 2000. То есть, грубо говоря, вот вам уже здесь вот, в районе чего, в марта, надо уже что-то начинать готовить заранее. То есть вот эти все ваши, что вот мы обновили наш там парк байдарок и так далее и тому подобное, там в Николаеве появилось то-то, короче говоря, да, или там байдарки для детей, я не знаю. Да, то есть какие-то, да,
Кстати, я вам скажу откровенно, услуги, вот то, что вот, поисковой оптимизации, пользуйтесь ими очень аккуратно, потому что можно реально попасться. Ну, Google очень много сейчас запретил, потому что их, извините, изнасиловали эти квазимаркетологи. И в итоге они запретили даже те же пресс-релизы, новости, это как бы уже запретная техника, очень сложно с ними работать. Но есть, вы можете, в принципе, сотрудничая на платной основе с региональными нормальными СМИ, получать тот же самый результат, там, допустим, разместившись на каком-то сайте за вменяемые деньги, там, 40-50 долларов, разные региональные сайты берут недорого. А у вас будет конкретная новость, которая будет выглядеть как новость, та же городская новость, она будет просто в ленте. Допустим, в Одессе там Думская, по-моему, берет, я не могу сейчас не сказать точно, там, типа 1600 гривен. Ну, это дорого, но это Думская. Ну, такое, смотрите. То есть. Но она у вас, чем хорошо вот такие вот новости, размещенные в сети, тем, что вы... Это не как билборд. Разместил, повисел месяц-два, снял, результат ушел. Ну, то есть то, что отложилось, то отложилось. Но их надо много, чтобы они работали. Да? Здесь по-другому. Здесь вот в итоге получается, что у вас это остается, оно остается всегда, оно остается в результатах поиска. И когда люди ищут информацию о байдарках или о вашей компании, или о вас лично, они в итоге находят вас не просто там, приходите, покупайте наши байдарки, а находят какую-то новость о том, что вы делаете, там, что вы обновили свой парк байдарок, что вас инвестировал какой-то там зарубежный, там, я не знаю, там, телемагнат и так далее. Значит, еще, конечно, важно смотреть, давайте просто посмотрим, мне вот интересно, что у нас, вот, допустим, тот же прокат. Вот смотрим прокат, понятно, прокат авто, прокат костюмов, прокат там, платьев, автомобилей. Вот у вас просто на авто уже здесь почти 100 тысяч. Если авто и автомобили, да, 60 плюс 48, даже больше 100 тысяч. Вместе с Google, помните, умножаем цифру Яндекса где-то на 2, на 2,5 получаем 250 тысяч. То есть четверть миллиона запросов по прокату авто, ну, то есть хорошая сфера. Можно посмотреть, ну, нажав на этот на конкретную позицию, посмотреть историю запросов вот во времени, как меняется эта периодичность и так далее. Помимо, когда вот я ищу просто, допустим, прокат авто, правая колоночка показывает, что еще искали, не вот слева, что искали с этим словом, а справа, что еще искали. Я не знаю, что такое ОКДП, автоматическая коробка передач, что-то нет, что-то. Причем, прокат, видите, металлопрокат, ну так получается. Фотоаппаратом, ну, вот сейчас складные ножи почему-то. Вот те, кто ищет прокат, почему-то ищут складные ножи. Скоро 20. Кстати, да. Смотрите, подарки мужчинам, да, смотрите, вот я не знаю. Подарок муж. Трусы, носки и станок. И складные ножи. Да, значит, всего там 108 тысяч на 2 умножить, на 2,5. Ну, короче, тоже четверть миллиона. Больше ничего не искали, да? И понятно, что можно юбилей, 50 лет, подарок мужчин, интересно. Я к чему? Что здесь лежит достаточно интересная информация, особенно если посмотреть по регионам. Во-первых, можно посмотреть, давайте посмотрим что-нибудь, давайте какой-то другой сервис. Давайте там. Кто-то мою взял, а я чью-то. А, я думал, вы спрашиваете. Энергоэффективность. Энергоэффективность? Смотрите, вот это вот есть еще одна интересная вещь. Ищут неплохо, 30 тысяч человек. Но, знаете, какая главная ошибка фармацевтов, когда они себя продвигают? Они говорят языком фармацевтов. Заходите на любой сайт, и вы прочтете ну, все, что как провизоры говорят на своем птичьем языке, вот так они пишут. Что ищут люди? Грипп, извините меня, понос и все остальное. Они ищут, как вот это вылечить. Они не ищут. А нет, диарею они тоже ищут. И они ОРЗ, в принципе, тоже ищут. Нас научили, у нас, блин, аптечное образование такое, там еще с советских времен, что ого-го, у каждого был, да, вот, справочник врача. Но пишите языком. Человек, у меня была идея такая, допустим, вот просто как сейчас накидываю сайт. Сайт продает технику, другую технику Apple. Я говорю, слушай, сделай три языка на сайте. Не украинский и русский, а сделай три языка. Потому что техника Apple продается трем категориям, трем именно аудиториям. Первое, это просто люди, которые любят красивые гаджеты. Девушки, ну,
мальчики и так далее. Просто, ну, я не хочу думать, я хочу, чтобы у меня была красивая игрушка. Да? Вторые люди — это дизайнеры, профессиональная сфера, то есть мне нужно, чтобы у меня было быстро, хорошо, красиво. Третье — это даже там айтишники, программисты, потому что им нужно там, наверное, программировать и так далее. Они это используют. Так вот, сделайте три языка сайта. Один для айтишников, один для дизайнеров и третий для... То есть у вас все то же самое, просто тексты меняются. Такого никто не делал. Вот это нестандартный подход. И таких сайтов нет, вот дарю вам эту идею. А не у всех есть такая продукция и такая услуга, которую можно вот так преподносить. Ну, допустим, вот с техникой Apple это работает вот так. Никто еще этого не сделал. Смотрите, энергоэффективность. Энергосбережение. Эффективность 30 тысяч. А энергосбережение. У нас осталось 15 минут. Да нет, не правда. Ну чего, добьёте? Не столкнулся. Смотрите, энергоэффективность, там 40 тысяч была, энергосберегающая 140 тысяч. Вы понимаете? Смотрите, когда мы работали там с одной из девелоперских компаний в Одессе, они там продавали квартиры в каком-то там строящемся новострое. Так вот, у них аудитория была три города, поставили нам целевую. Сказали, смотрите, нас интересует Одесситы, нас интересует киевляне, ну и там регионы, там, где там есть деньги. И нас интересует там Москва, Питер. И вот, при помощи вот этих инструментов бесплатных, там, такой же инструмент есть в Google, называется Google, ну, Keyword Tool, напишу. Google Keywords Tool. Он тоже показывает вот в таком формате. Таблично можно сохранить в Excel, сравнить, посмотреть и так далее. Даете просто задание там, хоть и так, или мальчику, вот, смотрите. И мы выясняем, что в Одессе ищут новострой И, в Москве ищут новострой Ки, а в Киеве ищут новобудовы. Все. А вы продаете новострой. И вы думаете, почему мне москвичи не звонят? Они вас просто не найдут. Потому что вы не говорите на их языке. Поэтому, когда вы что-то говорите, пишете, какие-то заголовки, все что иное, вам ваши креативные рекламисты придумают концепции, вы проверяете эти концепции на то, что реально, ну, что людям надо, как они хотят решить свою проблему гриппа. Они ищут антиспазмологические средства, или они ищут реально там ножку, там, я не знаю, еще что-то. Отчихание. Да, отчихание, да, значит, это то, что по Яндекс. По регионам тоже можно посмотреть, где все-таки энергосбережение более интересное. То есть, ну, посмотрите, города, как бы, могут быть, Сибирский округ, видите. Можно, смотрите, можно даже взять и конкретно вот по запросам, где вы, когда вы находитесь, вы берете, выбираете регион конкретно, выбираете конкретно СНГ, выбираете Украину, выбираете, например, Юг весь, допустим. Например, отец Николай Ферсон. Выбрать. Вот. И вот вам, пожалуйста, вот вам юг Украины, Одесса, Николай Ферсон, всего лишь 1500. Ну, 1500 на 2,5, это получается где-то 4. Ну, плюс-минус. То есть, вот сколько в Одессе ищут вот эти. Но если вы посмотрите в Москву, у меня вот ребята, которым мы помогали там, создавать компанию, которая занимается энергосберегающими технологиями, этими вот, водяными насосами, как они называются, вот эти вот, то, что в землю зонды опускаются, и там вот на термической реакции. Да, в курсе дела, да. Они переехали, они сейчас работают в Москве, потому что украинская компания с украинскими монтажниками, со всеми делами обслуживают там, потому что там рынок этот, ну, там и деньги есть, потому что дорогие технологии, а у нас сейчас с деньгами проблемы и так далее. С Google трендами еще более интересно. Они, помимо того, что дают, они вам здесь цифр не дадут, но они дадут вам даже прогноз. В какой-то момент Google сказал, что, вы знаете, мы можем прогнозировать стоимость акций на фондовой бирже. Им АРС сказал, что, конечно, у нас такое же нафиг. Ни в коем случае. Хорошо, мы уже никто никуда не идет. Поэтому, но они по другим запросам это делают. Ну, например, там, яблоки, я не знаю, давайте там кофе, чай. Можно сравнивать запросы. Доллар. Может, стоит доллар. Вот он показывает динамику популярности. Да. Именно ух ты. Смотрите, вот это у нас кофе, вот это у нас чай. Кофе, причем видите, какой большой скачок, и они показывают, причем тут новости, видите, буковка С, разбал. Они просто берут пик интереса и смотрят, какие новости были самые популярные на этом пике, и вот эти буковки прикрепляли к этому пику. В 2004 году я предсказывал результаты выборов вот этим инструментом, и достаточно точно. То есть где-то даже пост есть на эту тему. Но самое интересное, когда вы нажимаете кнопочку «Прогноз».
И они вам даже, ну, чуть-чуть, но какой-то прогноз есть. Он основывается на динамике роста, на разных вещах, там, на то, что называется big data. Когда у тебя много данных, вы получаете достаточно большое поле для анализа. А по поводу выборов, какое вы поисковое слово? Смотрите, все очень просто. Видите, тут идут два цвета. Голубой и красный. Да, если еще какие-то ставить, если ставить вместо голубого ставить партию регионов, например, или Янукович, давайте ставим. Красный это у нас Тимошенко. Оранжевый это у нас Ющенко, например. Но я вот так вот делал. Вообще хватит ему, Ю, тоже нормально. Да, все нормально, хватит. Вот, и, но, что вы здесь видите? Вы здесь видите, это график роста интереса к человеку, негативного в том числе. Но в пиаре есть такая, знаете, это все, что не некролог, все пиар. Ну, то есть, поэтому, в принципе, когда о Юле писали плохо, это было все равно, ей была помощь. Но сейчас я это не помогу никак. Значит, смотрим, да, ну и понятно, прогноз, здесь не прогнозировать не могу. Из интересного, давайте уберем вот этих вот. Людей, странно, да. Давайте возьмите что-то более полезное. Единственное, байдарок здесь не будет. Долг. Доллар дался. Вы что, вы печатаете, скажите? Я думаю, что это прогноз. Кстати, реально хорошо, но... Ух ты, как интересно. И гривну сразу для страны. Ну ладно, ладно, хорошо. Доллар и гривна. Нет, это... Ну вот, где-то так. Причем, смотрите, из интересного, помимо прочего, он вам показывает это все, вот можно посмотреть, в каких городах, в каких регионах интереснее, ну понятно, видно в Украине, доллар тоже сейчас вот рост в Украине, в России он как бы не так интересен, понятно почему. Из интересного, можно посмотреть хронологию запросов. Вот мы берем, допустим, по доллару, да, и вот включаем вот эту штучку здесь и смотрим, как все менялось. То есть вот запускаем, он нам показывает, вот, как менялся в мире интерес к доллару, то есть ну, на карте показывает. Вот Россия была, потом раз Украина, вот опять там чего-то это маленькая страна, не Украина, собственно. Из интересного, похожие запросы рубль, украинская гривна на английском, в тренде. Он показывает сверхпопулярность, да, сейчас, допустим, сверхпопулярный запрос рубль. И вот здесь вот это то, что запросы, которые вот, собственно, которые... Ну, здесь не очень показательно, но если взять, например, сферу там, образования, да, вот вы говорили образование, можно посмотреть, что реально с этим образованием ищут. То есть это ваш такой карманный маркетолог, используйте его по полной, но всегда делайте скидку на следующее. Это только интернет, активная аудитория, это данные, в данной ситуации, это мы смотрим весь мир, можно посмотреть не по всему миру, посмотреть только по Украине или по России, можно сравнить страны, если вас это интересует, регионы сравнить нельзя. Можно, когда вы ищете по Украине, он вам дает разбивку по городам. Например, мы смотрим не по всему миру, допустим, смотрим по Украине. Сейчас, что же вы с этим долларом? У всех обменники, что ли? Вот, мы смотрим по Украине, а? Да. О, нет, давайте просто школа. Школа, частный детский сад, Одесса. Нет, не частный, просто детский сад. Хорошо. Смотрите. Детский сад. И мы просто так, если вы даете большой, вот такой широкий запрос, у вас будет больше возможностей. Детский сад. Ну надо, я взял вот здесь, помните, надо, я выбрал здесь. Это частный. Ой, давайте смотрим, что еще. Потому что группы детских садов, я введу частный. Да, да есть там частный. Не вводите, там есть. Частный детский сад. Вот. Когда сузился поезд? Это, по-моему, я... Это уже пойдет, это не это юг. Нет, это юг. Нет, частный детский сад, частные детские сады. Вот по югу Украины их ищут. Вот здесь, ну, порядка 500-600 человек. Ну, то есть... Хорошо. Девочки, давайте не будем сюда углубляться. Вы поняли, что этим можно пользоваться. Есть два инструмента. Есть еще вот этот инструмент, который я сейчас показывать не буду. Он более сложный, но он позволяет это делать. Возвращаемся к нашей презентации. Значит, ищем новые возможности. Так, в прежних сферах, да? Забыл, идем дальше. А кто-то там Котлера страшного читал, нет, не читали. Читали Котлера, кошмар. Молодцы, да? Смотрите, очень быстро, Котлера не будем сейчас вспоминать, но. Вот это очень важно. Обычно за вас вот это все решают маркетологи.
которые не болеют продуктом, которым на самом деле на вашу компанию, ну, они наемные работники, он пришел, он может там что-то поветривался, убил пару ваших продуктов, ушел в другую компанию, две другие продукты. Такие примеры есть. И в нашем городе, не только в нашем. Поэтому надо аккуратно. Поэтому вы на самом деле, даже не считая Котлера, можете правильно сформулировать свое позиционирование и финансирование на рынке. Понятно, у вас есть какие-то данные. То есть, в принципе, позиционирование – это вот, ну, ваша позиция, где вы среди ваших конкурентов. Это на самом деле вам надо ответить всего лишь на два вопроса. Кто мы, наш продукт, сервис, и зачем, и для кого? И потом, чем мы такие прекрасные, или там красивые, эксклюзивные, тогда любят использовать это слово, отличаемся от таких же, как мы в этой сфере. Все. Вот эти два вопроса, если вы на них сформулируете, это внутренняя информация, и потом из этой внутренней информации формулируется внешний месседж и все, что вы делаете. Потому что если у вас вот этого нет, то, в принципе, вы работаете впустую. Вы просто думаете, ага, я вот закуплю ботинки, буду их продавать с такой-то наценкой, ага, вот столько я потрачу. Вы начинаете считать это, но вы не считаете бизнес. Почему кризис возник? Потому что люди вообще не считали, не анализировали там, ну, дутые values, ценности, да, раздутые там акции, недвижимость и так далее. В итоге просто баланс нарушился и все рухнуло. А если бы все анализировали, куда, что, зачем это нужно, и анализировали потребительский спрос, и реально сможет ли люди это, смогут ли они это поглотить и съесть, то бы не было. Значит, понятно, когда вы определяетесь позиционированием, надо понять свою текущую позицию на рынке, какова позиция ваших конкурентов, потом вы выбираете обновленную, уточненную позицию в зависимости от того, какие ниши освободились, или может быть, вы просто информационно свой продукт измените. Ну вот помните, там очень долго, тут же приватно, просто наглядно, так у меня там со вчерашнего дня сидит в голове, они очень долго были первым депозитным банком Украины. Вот. А потом у них с этим начались небольшие, ну, такие информационные проблемы, потому что депозитов много, там у кого-то там не совсем получается продавать, может быть, или у них там все в порядке, не знаю. Большая клиентура, они не успевали справляться. И вот, а сейчас бы я бы им предложил другой вариант. Они сейчас один из самых инновационных банков Украины, несмотря на то, что у них еще какие-то старые методы работают, но ими на самом деле пользуются очень продвинутые многие люди, потому что там ты не стоя в кассе и так далее, ты можешь делать очень многие вещи. Ну и понятно, проверить ее рентабельность — это очень важно, потому что если вы там что-то себе напридумывали, то, ну, вы можете. Если у вас есть средства, конечно, поэкспериментировать, то можно экспериментировать, но не стоит. Смотрите, есть очень важный момент. Я, видите, написал заголовки вместе. Потому что если вы там единоличный там владелец, и вы управляете большим количеством людей, у вас там один управляющий, вы вместе на двоих все это решаете. Но если у вас много подразделений, департаментов, если у вас везде работают люди с головами, которые вам это делают, ну реально из них все это рухнет, тогда вам надо это все создавать вместе с ними желательно. Они болеют продуктом, они знают все слабые стороны, не знают ваши регионы. Поэтому садитесь вместе, там, за пивом, за кофе, за шампанским, и говорят, ребята, давайте-ка мы посмотрим, чем мы занимаемся. А ну-ка давайте, накидайте, чем вы занимаетесь. Вот давайте, одно предложение с каждого. Все кидают, пишут, и смотрят, блин. Ребята, мы вообще в разные стороны идем. Лебедь, рак и щука. Я сейчас не говорю о страшных словах, типа миссия. Вот нет, ребята, забыли. Нет, сейчас, нет, это важно. Джек Траут, сила простаты. Простоты. Значит, не, реально хорошая книжка. Вот такая. Она вот на эти вопросы все отвечает. Сила простоты. Но выглядит очень как Джек Простат. Да, тоже важно, да. Короче говоря, но когда вы вместе сядете, если человек, во-первых, вот даже уборщица иногда может сказать, ребята, мы же основное, что решаем, это чтобы люди там, не знаю, ногами не шаркали, или я не знаю, чтобы они приходили в банк, они стояли в очередях, я не знаю, что угодно, чтобы они чувствовали себя человеком, потому что он пришел в банк, бабушка пришла в банк, да, ему сказали, господин, все что угодно может быть. И вот эти люди, обычные, рядовые, могут вам подсказать какие-то вещи, блин, спасибо, тебе уже там маленькая премия, или там вот тебе там, не знаю, подсвечивают. То есть люди могут вам накидать золото, вы потом это. Нет тут глупых идей. Они все это накидывают, и потом вы вместе это варите и смотрите. Понятно, сидит там маркетолог, сидит люди там, с высшим образованием, в экономике еще что-то, вы это все примеряете, но в итоге это должны создавать люди, которые сами этим живут, и без которых ваш бизнес, ну, рухнет. То есть это те люди, которые вот, у вас завтра не будет зарплаты, они останутся и скажут, Маша, мы подождем, все нормально, нормально, мы выберемся. Вот эти люди, вот с этими людьми надо создавать. Они знают товар, они знают, как продавать, они понимают покупателя, они понимают, что изменилось и так далее на рынке. Вот, но вот это позиционирование и финансирование, причем я бы это рекомендовал сделать не только по отношению к компании, но и по отношению к себе как к женщине.
Это важно, как человеку. А вы специалист. Некоторые люди, у них начинаются проблемы на уровне там, психологии в семье и так далее, когда вы не можете, вы разрываетесь между двумя позиционированиями. Я бизнес-леди, а тут я типа мама. И ты такой, блин, и что, это же совместимая вещь, и начинаются проблемы. А вы можете делать и то, и другое, это просто это будет очень ну, гениальный продукт. Ну, то есть, извините, но это так. То есть мужчина тоже, ну, то есть мы себя все где-то продаем. То есть я сейчас тут танцую перед вами, тоже где-то, наверное, продаюсь. Вот. Смотрите. Так вот, то, что вы должны сделать это для себя лично, как для руководителя, это важно, потому что вы себе как-то представляете, вы не вписываетесь в позиционирование компании, а вы себя несете, вы, допустим, не знаю, вы приходите на светские рауты и начинаете рассказывать о своей компании, а люди сидят и смотрят, блин, все серьезно, а тут рассказывают какие-то там розовые облака какие-то, но это не то. Какие-то там, ну там, речь мисс Америка, да, то есть как у нас же все пишут красиво там, мы меняем сознание людей, мы несем добро и свет, да елки-палки, мы помогаем, мы там лечим их сопли, там, понимаете, это, штопаем это и делаем так, чтобы они ходили в красивой обуви, на них кидались мужики, понимаете, вот за полкилометра, и при этом ноги не ломались. Вот. Ну, нет, это внутренняя, я сейчас говорю, это внутренняя информация. Это не так людям нельзя говорить. Ну, хотя на самом деле можно шутить так. Да, ну так. Шутки. И, кстати, многие так это используют. Значит, вот это очень важно. Обязательно сделайте для себя. У меня есть отдельный, в принципе, есть тренинг, есть даже какая-то очень прикольная презентация по поводу позиционирования женщины. Она находится на сайте SlideShare, я вам ее рекомендую. А вы видели ее, да? А? Слайд называется SlideShare.net или .com все равно. Меня там находите, меня везде можно найти по вот не то крат просто. Не то крат. Пишите. И все. Я просто не буду, у меня есть отдельный тренинг по персональному брендингу, он очень важный, хороший, он вам нужен, но как-нибудь, ну, смотрите, он бывает, если проходит. Слайд шеер. Шейф, да, действительно, шейф. Это силе простоты. Слайд шеер. Шеер, как делиться. .net или .com и так работает сайт. Я тараторю, потому что хочу быстрее успеть, чтобы покушать. Смотрим дальше. Потом, когда мы, вот только... Девочки, нельзя разрабатывать ни компанию, ничего. Вот если вы пришли, у вас нет позиционирования дифференцирования, у вас нет ответа на, извините, на два вопроса, кто мы, зачем мы и чем мы такие крутые отличаемся от других таких, ну это как женщины, прирожденные маркетологи. Ну, самих себя. Перенесите это на продукты, потому что то, что вы творите чудеса с собой, вот вы все, блин, вы все красивые, умные, сексуальные, вот вообще образованные, вообще классные люди, да, офигенные. Но ведь каждая же что-то особенная. Вот вы же находите, при этом вот, цвет волос ну, почти одинаковый. Вот здесь челка немножко рваная, а там ровная. Ну да, все мужчины дальтоники, мы это знаем. Вот, да. Отлично, спасибо. Короче, у вас это было, перенесите вот такое же внимание, уделите, как будто бы ваш продукт, ваш сервис и есть вы. То есть, блин, подождите, ну они же тем же самым занимаются, ну мы же как-то, мы же круче. Мы же, блин, а чем? Не просто названием эксклюзивный, не, евроремонт обуви, да, у нас в Одессе есть. Серьезно, евроремонт обуви, вот так. Значит, после этого выбираем, эффективно используем привычный канал коммуникации. Вы привыкли, ваши потребители, например, в Одессе, радио отличный инструмент. В Одессе афиши работают, я не знаю, в каком еще городе Украины работают афиши. Одесса очень афишный город. Афиши это вот эти круглые тумбы? Да, круглые тумбы. Афиши работают на 80%. Вот, не, они очень хорошо работают. Но это Одесса. Может еще в Николаеве работают, я не знаю, возможно. Везде работают. Вот, смотрите. Поэтому используйте теми же каналами коммуникации нестандартные подходы. Что имеется в виду? Я тут просто приблизительно накидал такие варианты. Ну, например, всех достает реклама на телевидении. Возьмите, создайте ролик. Вот купите 30 секунд ролик, запишите 10 и скажите в конце ролика, что вы сэкономили 20 секунд времени, сказали, вы знаете, мы специально сократили нашу рекламу, чтобы вы, наши дорогие, могли насладиться этим фильмом, моей передачей. Все, смотрите дальше. Такой, блин, ни хрена себе, рекламу оборвали. И все, реклама пошла дальше. И висит в течение еще 20 секунд, висит ваш логотип на фильме. Написано там, эти 20 секунд вам подарены компанией такой-то. Ну это вот бред. Я сейчас просто вот так вот с головы это вытащил. То есть нестандартные вещи, поступайте не так, как все. Книжки это хорошая вещь, но это уже кто-то сделал. А вот надо придумать новую штуку.
Смотрите, контекстные рекомендации вместо рекламы. Представьте себе теле какая-то передача, у многих этот формат работает. И вместо того, чтобы сидеть и говорить, вот этот бренд представляет эту передачу, это как. Нет, сидят люди, говорят об умных вещах. В какой-то момент кто-то достает какую-то штуку, там, и да, кстати, ребята, вот эту штуковину вчера купил, вот там. Или случайно под эту штуку. Не случайно. То есть контекстная рекомендация. Вы сидите, и вы торгуете бижутерией. И вас пригласили туда, как спонсор передачи от бижутерии магазина. Вы сидите и говорите, кстати, вот видите, новая коллекция. Посмотрите, вот как вам идет, смотрите, хорошо. То есть я к чему? Вы когда-то были, знаете, бренд такой есть офигенной косметики, там сейчас у вас произведут впечатление, MAC, MAC Cosmetics. О, у нас не продается вот здесь почему. Но в Киеве есть магазин. Вот, короче, знаете, у них там на Западе у них все в черном, и мальчики геи работают в основном. Ну реально, мальчики геи. Знаете, когда они продают? Ты приходишь, MAC, офигенная косметика, девочки рекомендуют себе это. MAC. Короче, они знаете, как работают? Заходишь, ты говоришь, вот тебя пойдут деньги, мальчик, смотри, это показано прямо на себе. Оно хорошо, оно эстетичное же. Нет, они прямо тут же на себе. Или прикол рассказываю, у нас есть магазин Лена Рейн в Одессе, да, французская бижутерия ручной работы. Знаете, как вот у них бутик в Париже, когда они договаривались об открытии магазина здесь, значит, они общались с хозяйкой, хозяйка общается, все они говорят. Когда они спустились со второго этажа в магазин, она уже с ними прощается, снимает сережки, вешает на стенд, берет следующий, побежала. Вот, я об этом говорю. И вот представьте себе ту же самую ситуацию, только в эфире телевидения. Это разрыв шаблона. Забудьте вот это, билборды. Мы, знаете, нас приучили, надо везде вешать билборды, в том числе и на телеке. Вы достали уже всех билборды. Просто делайте нестандартные вещи. Блин, слушайте, не нравится мне галстук, сниму, дайте мне вот этот следующий искалец. Раз тут же повязал в эфире галстук другой, такой, елки-палки, охренеть, что это такое. Ну, не знаю, вот бред какой-то, вот реально бред, вот ломайте шаблон. Дальше. Пример? Какой? Я точно так же, я вам говорю, с телефонами у меня так же было. Я шел, что-то вел, кстати, ребята, вот это и все. И сразу... И это звучит гораздо лучше. Идем дальше. Баннер может стать телевизором. Смотрите, вы, допустим, покупаете интернет-рекламу. У нас есть в Украине два форума, которые реально работают. Одесский форум и Днепровский форум. Ну реально, других таких нет. Реклама стоит достаточно дорого, но она неплохая, эффективная. Когда вы арендуете место, вы просто что делаете? Вы просите дизайнера что-то нарисовать, туда кидаете и там продаете ваши обеды в офис или что-нибудь такое. Ребята, вы арендуете место как экран телевизора. Накидайте туда 50 баннеров, 30 баннеров, они будут сменяться, и допустим у вас 20 поздравлений с 8 марта, 10 они крутятся, предвещая там, нет, ну значит сначала 14 февраля, потом 8 марта, да, то есть вот можно, а вы заказали рекламу с февраля по март, и оно там висит, и вы соответственно ставите вот этой ротации, как экраном телевизора, вы показываете людям передачу, он зашел сейчас, он увидел такой баннер, зашел сейчас, это все ваша реклама, но она разная, и вы используете. Вы контролируете количество эфирного времени, количество баннеров. Ну, например, это вот так делается на детском форуме. Так никто вообще не делает. Они просто берут один баннер, вешают и вот бьют людям билбордом по голове. Вместо того, что используют как эфирное время. А это просто баннер. Вот. Идем дальше. Это просто такие примеры, которые я дал. Подход запустил, забыл там. Заменяйте максимально динамичными блоками. Тестируйте. Вот смотрите. Рассказываю очень простой пример. Ну, он простой, он на огромных деньгах, но вы поймете, насколько важно тестирование. Барак Обама, избирательная кампания Соединенных Штатов, приглашает человека, специалиста по тестированию по там, вот этим всем вещам. И они сидят, говорят, какую вот там фотографию поставить, на синем фоне или на белом фоне? Ну, наверное, на синем, говорят, психологи будут работать лучше. Хотя нет, на белом это же цвет. Ну, начинают всякую фигню мамуть. Ну, как обычно, маркетологи там и умники всякие. Ребята, нифига, надо тестировать. У меня есть девочка, запишите, Анна Мельничук. Если когда-то понадобится email-маркетинг, вот к этой девочке сразу вот ее берете, так по хапку, на тренинг ее ходите. Она, если преподает в Одессе, идите вот за любые деньги, вот на ее тренинг. Она вот такая. Анна Мельничук. Если надо, дам телефон. Давайте. Ну вот, когда закончу. Сейчас запишу на диске. Значит, смотрите, а у нее любимая фраза надо тестировать. И я смеюсь с ней, да. Слушай, как тебе это,
как тебе этот мужчина? Я говорю, надо тестировать. Ну, то есть, что правда. Ну, реально, так и есть. Я уже привык, я стебу этой фразы. Значит, по поводу вот этого Барака Обамы, вот этой компании. Значит, там эта страница была сбора средств на его компанию. Ну, фандрейзинг, так называемый. И что происходит? Он говорит так, ребят, у вас там три варианта фона, две фотографии и три текста. Да, хорошо, вот составляем там какое-то количество вариантов, две варианта, мы все их запускаем в тестинг, они в ротации стоят, ага, протестировали, бум, конверсия, тут плюс 40%. Тут минус 5, тут минус 7, тут плюс 12. Какой мы берем? Конечно, та, которая плюс 40. Все, люди решают, что работает, а не вы там себе вот в голове там покрутили и подумали, наверное, вот так. Потому что я читал в книжке, что оранжевый цвет — это цвет успеха, ну так далее. Книжек много. Вот. Потом они говорят, ага, вот следующая форма, где люди заполняют и реально деньги оставляют. Мы кнопку ставим слева, справа, большую, внизу, убираем эти поля. Тоже три варианта формы, три какие-то варианта ответа, запустили, бум, плюс еще 12% конверсии. Итого он им заработал плюс, там, не помню, там, 5 миллионов, не помню, плюс 10 миллионов долларов. Ну, короче, просто за счет вот этого вот ускорения потоков. У кого есть хоть какая-то работа с интернетом, ребята, это у вас инструмент. Да, и вы не продаете все через интернет, но подружитесь с Google Аналитикой и сидите и смотрите, как ведут себя ваши пользователи, где они останавливаются. Потому что вполне возможно, есть какой-то затык, что у вас там кнопочку надо перекрасить в оранжевый цвет, и у вас сразу пойдет продажа на 20% больше. А это надо заплатить программисту аж 30 долларов, понимаете, чтобы он это вот поставил. И есть возможность тестирования, есть A-B-тестирование, когда вы вставляете один вариант, второй, он крутится вот так вот, и вы потом выбираете тот, который более эффективный с точки зрения продаж. То же самое можно делать и в офлайне. Учитесь у онлайн-методов. Вот эти все вещи можно, ну, тестировать и в онлайне, в офлайне. То есть вы пришли, там сегодня у вас там над входом висит красный шарфик, а тут зеленый. Вот он там полмесяца был красный, полмесяца зеленый. Вы потом сравниваете какие-то. Я не знаю, можно это все делать. Идем дальше. Кстати, у кого есть программа лояльности, у кого-то есть вообще? У всех она есть. Да, знаете зачем? Она надо давать скидки, чтобы люди меньше платили. Кто-то изучает вообще то, что происходит с людьми, которые используются вашими карточками. Едят они больше окрошку или суп? Или они покупают больше черное или белое? Если бы я занимался ритейлом, блин, я бы просто, ну, короче, там золото можно грести. То есть заходит девочка, да, представьте себе карточку, хоп, на входе, тут же считалось, кто что за клиент, у продавца тут же, хопа, высвечивается. Мария Ивановна любит черный цвет, в прошлом месяце купила кофточку Dior, колготки зеленые не любит, там ненавидит там шерсть. Короче, и такой, Мария Ивановна, искала 3 месяца назад, искала шарфик там такой-то, не нашла. И такой, Мария Ивановна, блин. Мне кажется, нет, нельзя говорить, вы знаете, у меня тут написано, что тут шар, ни хрена себе, где тут, кто здесь, да? Говорит, вы знаете, я слышал, по-моему, вы искали шарфик? Да, а что, есть? Блин, смотрите, целая коллекция. Я заберу все, короче, вот. Но это можно делать в офлайне. Используйте свои базы данных для изучения клиентов. Это золото. Ну, реально, что они делают, как? Потому что если вы тупо отдаете скидки и тратите деньги, вы просто выбрасываете часть денег себе в карман, в унитаз, в шедер. Смотрите, даже ссылку на билбордов пишу, можно отследить. Я сейчас не призываю вас, вы вряд ли сейчас продаете, вы не продаете мобильный телефон, никто, да? Какой-то IT, гаджета нет. Но, в принципе, если вы размещаете билборды, даже ссылку, ну, вот есть ссылка такая в виде QR-кода, знаете, видели. Так вот, не используйте QR-коды как фетиш. Типа, мне сказали, что это круто, и маркетологи говорят, что это очень хорошо. Вы разместили, и толку от них никакого. Толк есть... А? Нет, я сейчас объясню как. Смотрите, с QR-кодами надо работать следующим образом. Первое, QR-код можно отслеживать. То есть, например, у вас 10 билбордов, вы продаете что-то, ну, через онлайн, какая-то вот есть онлайн-инициация. Так разместите на каждом из 10 билбордов или там макетов в разных журналах, изданиях, разный QR-код. И считывайте статистику. И вы таким образом определите, какой билборд эффективнее вот с точки зрения вот этой. Вы просто вот вы посмотрите и увидите, что ага, сюда прошло там 20 человек, сюда прошло там 30 человек, а здесь вообще никто. Значит, мы этот билборд снимаем или мы заменяем его на обычный конвенционный, ну то есть обычный билборд без вот этой вот всей распальцованной этой штуки, да, там QR-кода. Не ведитесь на все модные фишки, которые вам продают современные маркетологи. Они занимаются маркетингом. А если вы используете какую-то фишку, то поймите, как она работает. Например, кто-то говорил за коньяк, да, коньячный музей Шустова, там наш клиент, один из клиентов. Так вот, мы им сделали такой QR-код. Если вы, ну, вы когда придете сюда, увидите такой QR-код, ну, внутри вписан, кстати, в QR-код можно вписывать логотип,
до 10% кода защищено от ошибок. То есть вы, если вы закроете серединку там, или какой-то кусочек каким-то имиджем, своим логотипом, вам надо его потестировать, но он будет работать. То есть выглядит как QR-код, а внутри у вас там логотипчик. Очень красиво так сделали и BBC, и у многих нормальных компаний так сделано. Можно цветной логотип даже разместить. Так вот, на визитках можно делать. Так вот, когда QR-код может вести не просто на страницу сайта, а может вести на такую микространицу, я вам сейчас дам очень интересный сайт, он называется uscan.me, да? Через то, что бесплатно, сейчас стоит типа $2 в месяц или что такое. Они создают по QR-коду, создают страничку такую маленькую, миниатюрную, на которой у вас кнопочка Facebook Like, Twitter подписаться, сразу же видео в YouTube, чтобы человек посмотрел ваш ролик, и все это на одной странице. Зачекиниться через Foursquare, вот такая штучка. И все это ведет с обычного QR-кода, который у вас размещен где-то там на какой-то печатной продукции. И тоже вы можете отслеживать эффективность. То есть вот в одном журнале, бизнес-завале, здесь такой журнал в Одессе, у них все контакты всех там работников журнала, они в виде QR-кодов изображены. Так я говорю, ребят, присоедините туда какой-то отслеживание, или на визитках. Может быть, кому-то визитка вообще не нужна, потому что ну, или QR-код не нужен на визитке, потому что никто им не пользуется. А вот дизайнерам, скорее всего, пользуются, или айтишник. Ну, короче, надо смотреть, тестировать надо. Не просто используйте какие-то новые фишки, потому что более сказал. Хорошо. Используйте связку онлайн-офлайн при каждой удобной возможности. Это важно. Смотрите, мы все забываем, у нас есть вот это интернет-маркетинг и обычный маркетинг. И мы вот это вот... Ребята, там все золото посередине находится. Все золото находится тогда, когда Купербургер все знают. Вы знаете, как Купербургер запускал? Знаете, за сколько он купил свой ресторан первый? За 2 месяца. За 2 месяца ресторан. Не, он его не в центре открыл, конечно, да? Но все равно. А за сколько он открыл этот ресторан, который в центре сейчас? Я вам не скажу. Ну, по цене подержанного автомобиля. Ну, в раз 10 дешевле, чем открывать свои рестораны Савали, например. Так вот. Он как раз вот это использует. Он на свою рекламу в Facebook потратил, он мне сказал, вот когда он запускал сервис доставки, там что-то $300 просто потратил. И он даже первый месяц давал там что-то 1000 бургеров бесплатно. То есть, ну, понятно, он там, у него там себестоимость была какая-то небольшая, он себе мог позволить там 8-10 тысяч гривен выложить вот так вот просто на тестинг. В итоге у него все, он это раздал не всем подряд, а только целевым компаниям, которые будут их покупать, потому что они дорогие, 70 гривен в бурге, а это значит IT-компании, которые ленивые и все доставляют себе в офис. Он связался со всеми нашими вот такими айтишниками, которые работают на весь мир. Все, они сразу стали его. И сейчас, извините меня, ну нет, это конфиденциальная информация, нет, я не буду о ней говорить. Ну короче говоря, сейчас уже кто-то воет. Блин, уже все, ниша занята. И уже, ты говоришь, бургер, это только Купер. Все. И на маркетинг было потрачено много мозгов и минимум денег. Вообще денег не было никаких. А люди были задействованы, у него еще лайки, посты, смотрите, я его вот такой вот бесплатный продвигатель. У меня даже карточки скидочной не было долго. Я просто это делал, потому что мне в кайф. Я говорю, блин, Купер, ты крут вообще, ты классно так делаешь. Я еще не пробовал его бургер. Говорю, надо попробовать. Слушай, ну то, что привезли, было же так. Ой, извини, Саша. Но в итоге, ну, там же камера стоит. Мало того, у меня попробовали сотрудники, кому-то не понравилось, кто-то сказал, что никто не будет покупать. В итоге, то есть, я не знаю, я там живу в этом Купербургере, там привожу туда журналистов там, зарубежных изданий, просто в кайф. И он же говорит, Боря, ты знаешь, мне это должен тебя благодарить, ну, что не знаю. Ну, и тогда у меня появилась карточка. Да. То есть, кстати, еще один способ. Если вам хочется, чтобы о вашем сервисе кто-то хорошо рассказал, поступите так, как сделал один из... Ну, я его вообще не знаю. Пишет мне мальчик, Боря, слушай, у нас есть сервис, я не знаю, как называется, 3 какие-то страшные буквы, девочки все знают. Это какая-то манипула, чего-то там, вот у меня тут анти какие-то целлюлитные программы, механические, ну вы все их знаете, я не знаю, как они называются, ну короче. У вас страшные. Нет целлюлитные, нормально. Не, ну точно знаете, вы, ну, это типа как вот есть там ну, липосакция, не есть энзимы, есть еще чего-то. О, топ-пиджи, спасибо, топ-пиджи. Вот, страшная штука, да. И он говорит, Боря, хочешь, я хочу знать, что сделать. У нас вот все девушки ходят, очень классно, вообще результаты вот такие. На мужчинах ни разу не пробовали. Он мне прав только. Хочешь попробовать? Я тебе просто... Я говорю, блин, ну страшно же. Он мне показывает, да нет же. Я говорю, что происходит? Манипула, все, манипула. Она похожа, я не скажу, ну что? Я говорю,
ну как-то, блин, а это надо ездить нотарировать, да. Ну, а сколько сеансов? 10. Говорю, ну там с врачом посидишь. Ну, и он мне не говорит, ну потом ты же напишешь, что не, он говорит, знаешь, а потом напишешь все, что захочешь. Или не захочешь. Вот не понравится, напишешь, что не понравилось. Я такой, блин, ну все, я пойду. Я уже себе там ищу график, все. И мало того, когда я пойду, знаете, что я буду делать? А вы еще не пошли? Нет, я еще не пошел, ну подождите, ой, я там еще не пошел. Это же дорого, да? Это дорого? Я даже не хотел. Это, даже... это больно? Не короче, знаю, я буду как вот идиот, все снимает, вот так говорить. Вот, мне куда пошла и сюда. Вот у меня уже 3 сантиметра ушло и так далее, там пузо своего волосатого класса. Нет, лучше 3 сантиметра пришло. Ну, не, ну хорошо, мне хватает своих сантиметров. Хорошо. Смотрите, поэтому работать с интернетом важно. Если, смотрите, есть момент следующий. Я немножко сейчас, когда мы к имиджу перейдем, первую покажу дальше эти вещи. Ну, благодарить клиентов можно по-разному. То есть, например, человек что-то зарепостил, вы ему там порцию удвоили. То есть не надо бесплатно, да? То есть он приходит, в следующий раз ему там кофе доливают. Или ну что-то еще там, два пирожка вместо одного дают. Не надо бесплатно, не надо, мы ему скидку дадим или обед бесплатно за лайк. Ну зачем работать бесплатно? Еще интересная вещь, которую я придумал. Вот, например, сфера автомобили, страховка и банки, кредиты. Все должны дружить. По идее, там, пивденные вместе с какой-то там акса страхования, вместе с каким-то этим, объединяются с каким-нибудь там Porsche-центром и продают. То есть, мало того, они могут не только, они дружат так, в принципе, с точки зрения продаж. А попробуйте с точки зрения продвижения подружить. Потому что, например, подружиться, например, какой-то пресс-релиз, чтобы распространить, написать хороший пресс-релиз, сделать, стоит денег. Ну, там, не знаю, $500-600 стоит. Месяц. Значит, плюс еще затраты на размещение, еще на что-то. То есть, ну, коммерческую рекламу не возьму, просто так за деньги возьму. Так возьмите, напишите обзор рынка, напишите отношение, как покупать правильно машину. Причем напишите и о банках, и о машине, и о страховании, как выбирать подводные камни. Еще упомяните конкурентов, ну так, чуть-чуть, ну чтобы так незаметно было, чтобы им не досталось бесплатно из вашего кармана промо, да? И все. И вы написали, и люди читают, они читают это как рекламу. Типа, приходите, покупайте к нам нашу фигню. А они считают это как, смотрите, пришли эксперты, написали, что, смотрите, и машины я могу застраховать, и все. То есть, такие вещи есть практически везде. Обувь продают вместе с кремами для обуви, да? Там, я не знаю, обычно там какие-то средства для волос продают вместе там с хорошими костяными расческами, еще с чем-то там, ну и так далее и тому подобное. Поэтому объединяйте усилия, создавайте совместные информационные поводы, там, продукты и так далее. Теперь, вот это очень важно. Вот это сейчас, за это меня телеканал 100% убьет, весь холдинг, потому что я вам сейчас это рассказываю. Но это звучит приблизительно так. Создавайте свои собственные каналы коммуникации. Сейчас я быстренько нарисую, что это означает. Когда вы выбрали свою позицию дифференцирования, выберите эффективный канал коммуникации в социальных медиа. Например, вы работаете с молодежью, вы продаете обувь для BMX-байкеров. Ну, к примеру, да, это значит, они живут все ВКонтакте. Если вы работаете с более взрослой аудиторией, то, скорее всего, они живут, ну, кто-то живет в Одноклассниках, наверное, может быть, кто-то случайно заглянул в Facebook, но вряд ли. А если вы работаете с бизнес-аудиторией, то, понятно, их надо искать в Facebook, их надо искать в LinkedIn, если вы работаете с топами. Не пытайтесь распыляться на всех. Если вы работаете с косметикой, парфюмерией, стилем и так далее, вы должны быть, в принципе, и в дорогих сетях, типа там, тот же Facebook обязательно, но можно, в принципе, если это молодежное что-то, можно в ВКонтакте побывать, но обязательно визуальные всякие вещи, типа Инстаграм и так далее. Если вы банк, нахрена вам Инстаграм? Не, можно. Если вы банк уровня там приват, то да, там можно показывать там счастливые лица клиентов, лица преступников, которые не выплачивают кредиты, ну и все остальное. Значит, теперь, и вот сейчас мой призыв заключается в следующем. Смотрите. Вот до сегодняшнего момента как было? Что такое, как работал пиар? Были вы, то есть либо человек, либо какая-то компания, да, которая что-то производила, и у нее была аудитория, ну, надеемся, что это целевая аудитория, и вы приходили к людям, медиа, которым платили деньги, вы инвестировали в них за аренду 15 секунд времени какого-то сегмента этой аудитории, может быть. Эффективность вот этого померить вот в конвенциальных медиа, ну вы же сами понимаете, практически невозможно. Что я предлагаю? Нет, я не говорю вам останавливать, вы носите сюда просто с умом и вот с оглядкой на все то, что мы говорили. Создавайте свои площадки. Если вот вы сюда вложили $500, вложите $300, например, сюда
Почему? $300 потраченные на... Это тоже реклама. Но на рекламу в том же, допустим, Facebook грамотно может привести вам там 600 где-то подписчиков, одесситов, конкретных, женщин, например. Вы берете, говорите, я хочу женщин старше там 30 лет, Одесса замужем. Или не, наоборот, не женатые мне нужны, все не женатые. И вы берете и создаете, вы получаете 600 неженатых женщин старше 30 лет. Офигенно, где такое СМИ вы найдете? Вы такого СМИ нигде не найдете. Вы создали свою страницу и привлекли, и у вас подписчики 600 людей из четко вашей аудитории. А ВКонтактике можно делать круче. Знаете, что можно делать ВКонтакте? Можно воровать аудиторию. Воровать. Вы приходите, у вас конкурент, у него страница там 5000 человек. Живых подписчиков, надеюсь, что это не боты. Вы заходите и даете рекламу конкретно на его группу. Там можно выбрать, где вы хотите. Не удаленно. Нет, вы не заходите, вы не оставляете рекламу. Вы платите за показы баннеров и только тем людям, которые в группе его сидят. Выбрать можно. Ну, можно выбрать аудиторию, выбираете расширенные настройки, выбираете аудиторию, люди, которые, допустим, проживают там-то. У вас точка продаж находится там на 25-й Чапаевской. Выберите 25-ю Чапаевскую и вот на эти 2500 людей, 5000 людей давайте рекламу. Вы потратите копейки на эту. Так работают, знаете кто? Политики, мажоритарщики. Он заделал яму, вот тут на углу, и пишет, дает рекламу только на людей, которые живут вокруг вот этого района. И пишет, что вчера ломал себе трансмиссию, сегодня все в порядке. Подвеска полетела, а вот сегодня уже едешь, это все там сделал такой-то кандидат. И они так и работают, потому что это копейки денег. Сейчас интернет вот именно в том, что, во-первых, аналитика, и во-вторых, это вот это точечное воздействие. То же самое надо делать с рекламой, ну, то есть с офлайновой рекламой. Допустим, весь поселок Котовского в ВКонтакте это 50 тысяч человек. Собрать 50 тысяч человек в одну группу, это за день не пишет денег. Это там 2 месяца билбордов, вот поверьте, все. Ну, то есть, ну, без билбордов, а вот на вот это. И потом у вас лично своя группа, то есть вы работаете, бомбите весь поселок Котовского, если у вас там, ну, к примеру, там, ваша аудитория. Я не знаю, да, там можно сеть магазинов Котовского. Ну, собрать их, это заплатить кому-то, чтобы их добавили? Нет, вы сами честно, вы даже можете сами это делать. Но они блокируют. Кто они? Ну, блокируют. За что? За что? Если добавляют много нет, подождите. Мы сейчас говорим о рекламе. Если вы начинаете кого-то добавлять ручками, вас заблокируют, правильно. Да, это называется спам. Вас никто не просил меня пропишет. А вы вешаете рекламу, но вы вешаете рекламу не на всех воробьев в округе, а вы вешаете только на вот этих 10, которые клюют у этой вот кормушки. А у модераторов мы вот там пишем рекламу внизу, да, есть такая реклама. Мы эти модераторы пишем, что нам нужно на эту аудиторию, да? Нет. Смотрите, сейчас покажу, смотрите. ВКонтакте, сейчас я покажу. ВКонтакте, в Фейсбуке, вот смотрите, девочки, давайте за обедом поговорим. vk.com, пишите слово ads, объявление. То же самое, Facebook, facebook.com, ads, только здесь, чтобы быстрее было. Ну, можете просто на ads зайти, можете нажать manage, так набираете. И там уже, смотрите, мало того, в этих инструментах можно смотреть аудиторию, смотреть, сколько в Одессе девушек разведенных в возрасте там, до 15 лет. Ну, ой, ну, как я сказал, оговорился, да, по Фрейду. Короче, я к тому, что... Показать вам, да, быстро? Да. Сколько у нас времени? Много. Все нужно, сколько надо. Смотрите, смотрим. Ads. Менедж. Помните, я говорил, да, не смотрите, сейчас будут страшные цифры. Вот это подробно. Так. Ладно, зайду в другого. Это ваша фамилия или это ваша? Это моя фамилия, да. Ходорковский моя, да? Смотрите, допустим, я вот беру там, продвигаю страницу любую какую-то там, да, фильм. Я спускаюсь ниже и вот видите, то есть вот это вот ваш еще один маркетинговый инструмент. Вы смотрите, мы выбираем, допустим, у нас здесь какой город? Николаев? Николаев, давайте. Ну и какой-то город есть представители, который... Хорошо, давайте Николаев возьмем, не важно. Смотрите, в Николаеве потенциальный охват меньше, чуток мало. Ваши Харьков. А, вот Рижская область почему-то у нас. Рижская область, хорошо. Харьковская область. Смотрим. О, 220 тысяч человек. Выбираем только женщин. Женщины, да.
У нас уже 110 тысяч, то есть ровно половина. Хорошо, идем дальше. Демографические данные смотрим. Образование. Мне нужен уровень образования, например. И мы выбираем уровень образования полное обучение. Давайте возраст возьмем 40-60. Ну давайте 40. Давайте 40. Это мы кого ищем? Женщины? Да, женщины 40 плюс. Мы ищем. Вот смотрите, 26 тысяч человек. А теперь смотрите, когда Цукерберг создавал Facebook, он был очень умный. Он уже сразу сегментировал аудиторию, он взял только людей с высшим образованием. То есть он пошел Гарварды, Стэнфорды, Могилянки и еже с ними. Поэтому здесь даже в Украине 86% с высшим образованием. Только в Одессе, в одесском Фейсбуке 300 журналистов. То есть если вы хотите что-то донести до Одессы, в принципе, стоит сделать это в Фейсбуке точно. Одесский форум тоже. Ну, то есть там телеканалы какие-то, но имеется в виду, что это тоже очень эффективный инструмент. Интересы, например, смотрите, бизнес внутри, давайте еда, напитки, здоровье, мода. Вообще в Фейсбуке, видите, там 807 тысяч людей, которые заинтересованы в моде. Там у нас было 110 тысяч девочек, красота, модные аксессуары, допустим, давайте вот эту посту возьмем сюда. Смотрим, все, 3,5 тысячи человек. Все, реклама на 3,5 тысячи человек стоит копейки. Ну реально. Это минимальный Вот. Национальный охват. А теперь смотрите стоимость, чтобы вы понимали, как считать стоимость. Показать расширенные параметры, допустим, оптимизировать. Вы включаете вот просто для кликов. Я сам буду проставлять, сколько будет стоить мне клик. Вот. Я прошу. Ну, кредитная карточка. Смотрите, грубо говоря, вот просто вот он говорит, что 3,5 тысячи человек я смогу окучить по цене в 16 центов, да, ну, не дешево, клик. Да, вот. Это то, что он приблизительно посчитал. Он посчитал на самом деле от 9 до 21 цента. Но чтобы вы понимали, помните, я вам сказал, что за 300 долларов вы получите где-то 600 подписчиков. Так вот, за 300 долларов вы получите не 600 подписчиков, вы можете получить и больше. В Николаеве, ну или в Харькове, вот в секции модок. Нет, вы их будете долго собирать, потому что маленькая аудитория сама по себе. Но вы понимаете, что они позволят делать? Представьте себе телеканал, в котором говорит, я хочу показывать мою рекламу только девочкам, такого-то возраста и так далее. Ну, пока такого, таких возможностей нет. Но такие возможности есть в YouTube. Нет, возможно, в YouTube есть другие возможности. Ну, короче говоря, в YouTube точно видеоконтент сейчас, это вообще, это король, это кинг, да, наверное, король. То есть он сейчас рулит, с ним надо работать, не надо, главное, не делайте вот эти большие вот эти штуки. Зайдите в Инстаграм, даже в Инстаграме уже видео работает. Видео 15-секундное, знаете, что они делают? Самые популярные аккаунты в Инстаграме, это вот девочки, которые занимаются там makeup artists, эти, ну, стилисты и так далее, волосы. Она учит за 10 секунд, как сделать себе там smokey eyes. То есть чик-чик-чик, бас, нанесла, все, ты понимаешь, ты знаешь, как это делать. Там стрелки, шмелки, там еще какие-то вещи, там увеличиваем губы, там наоборот их уменьшаем, я не знаю. И это постоянный такой контент. И она тут же использует что? Материалы, допустим, она работает с косметикой Бабр какой-нибудь, дорогой вот такой. Ну, она показывает и все. Мало того, тут же девочки набегают, начинают что-то комментировать, спрашивать. Обувь, туфли. Вот Инстаграм в этом плане очень классен. И делайте, если видео, то только краткие вещи. Вот маленький, вот тип, как нанести тушь таким образом, чтобы она потом не рассыпалась, не посыпалась. Или там, как правильно причесываться, чтобы расческа не электризовалась. Я не знаю, но какие-то такие штуки. То есть вот буквально там совет, который показать можно за 15-20 там, до минуты. И все. Не надо вот длинные передачи, вот это. Мало того, эфирное время сколько будет стоить, если вот такое делать? Вот маленькая вставочка. Все. Это все равно, что, знаете, вот в афише Одессы есть там типа колонка Савелия Липкина, которая там типа на 200 символов. Ну вот акусенька, или акусенька. Ну что-то там пишет там раз в неделю или там раз в месяц что-то пишет. Хорошо. То же самое есть ВКонтакте, ну не знаю, показать вам что ли, ну это просто, вот заходите ads, тут есть возможность рекламироваться и в сообществах, ну непосредственно взяли там какое-то, но проще всего это делать вот так, заходите там в объявление, создаете объявление, я же все проверял, это не платил денег сейчас, ничего, я не трачу ничего, я тестирую, я смотрю и записываю циферки. Девочек столько-то, таких-то, столько-то там женатых, столько-то замужних, столько-то разведенных, столько-то с детьми, столько-то. Все это можно посмотреть, ну, в Фейсбуке. Допустим, я продвигаю какое-то сообщество, например, выбираю какое-то там сообщество, не знаю, там лайфхакер, какой-то частички сердца, например. Продолжить. Хорошо, я сейчас ничего не заполняю, не смотрю. Выбираем тематику сообщества, ну, неважно, дом, бизнес, быт,
география. Города, можно несколько городов выбрать. Допустим, я выбираю Днепропетровск, например. Допустим, женщины, опять же, вот 40. Все то же самое. Здесь, смотрите, ВКонтакте сеть развлекательная. Там люди приходят слушать музыку, смотреть видео. Они не приходят туда думать. Внимания там очень мало. Поэтому туда надо идти только вот с каким-то либо развлекательным контентом, типа там, ну, надо аккуратно. Ну, с услугами. Да, с услугами можно, но только такие, которые быстро покупаются. Которые, вот, решение принимается вот так. Если там какая-то сложная услуга, типа там машину купить или еще что-то, вообще не ходить. Это просто люди потратят деньги. Ну, если они у вас есть, то можно тратить, но не рекомендую. Вот, смотрите. И можно вот здесь выбирать, вплоть до того, что вы хотите, чтобы заходили люди только с айфона. Вот реально я в Фейсбуке нельзя таргетировать людей по достатку. Но я знаю, что человек, который обновил свой айфон сегодня, у него айфон не ниже 5-го, у него, скорее всего, зарплата не ниже того-то. Я вот таким образом, я девайсами таргетирую людей. Ну просто берете там iPad не меньше 2-го, там iPhone не ниже 5-го. Вот, и вот здесь, вот сейчас, подождите, вот группы, настройка. Сейчас я вам покажу. Вот, да, 53 тысячи человек мне показал, должности, дополнительные параметры. Сейчас нет, не то, за исключением, где-то оно было, сейчас показал. А, вот дополнительные настройки. Вот сообщество, видите? И я ввожу сюда сообщество конкурентов. Все. То, в которое они вкладывают в него бабло, чтобы пробегать. А вы заходите и на их аудиторию даете рекламу. Угу. Причем не на их аудиторию, а на девочек старше 40 лет. Все. Красава. То есть вы экономите деньги. Сейчас перестаньте вот это брать. А, что такое, все откинул, бум, и забыл. Нет. Высчитала, все выверила, такой тыщ, один выстрел, и все, пошло. Хорошо, и сразу несколько выстрелов. Это сюда, этот сюда, этот сюда, тут настроил, тут, все тоненько. Тогда у вас будет экономить, вы будете экономить ресурсы. Хорошо, я это вам показал. Давайте очень быстро дальше. А сообщество можно также отследить, да? Правильно? Да. Да. Ну, только заходишь, посмотрите, вы по ним походите. Вы вообще на самом деле должны собрать для себя карту конкурентов во всех информационных каналах. Где они поставляют свои новости? Вот они постоянно пишут там на Думской, они постоянно пишут на WWE, они постоянно размещаются с новостями, постоянно рекламируются тут. У них есть три сообщества ВКонтакте, у них есть какая-то тайная группа где-то в Фейсбуке, ну и так далее. Вот, вы должны все это отследить, вы должны, соответственно, смотреть, где у них слабо. Вот это они ведут постоянно, мы сюда не влезем, но мы можем украсть их аудиторию через рекламу, а здесь мы можем сделать то-то, то можем зайти, они там создали сообщество и забыли про него. Или у них была передача на, там, не знаю, там, на 100% такая-то, такая-то, в такое-то время, она деньги закончились, сейчас там просто тупо реклама будет. Хопа. А люди привыкли смотреть в это время какую-то там передачу про там красоту, там женственность, еще что-то. Так я бы уже шел туда со своей передачей. Ну, вот так вот. То есть вот ниши искать, освободившиеся. А сейчас ниш много освобождают, ну, закрываются бизнесы один за другим, как вы знаете. Хорошо. Так, это мы посмотрели. Вот, создавайте свои средства коммуникации, возвращаясь сюда. Вы просто, продолжая работать через конфиденциальные средства коммуникации, вы просто часть денег заводите на создание и развитие своих медиа, потому что это ваша страница в Facebook. Вы потом здесь не превращаете этот билборд, людям должно быть здесь интересно. Они должны жить так же, как они живут на телеканале 100%. Да? Они сюда зашли, здесь живут, вы их подкармливаете, постоянно растите аудиторию, вы с ними общаетесь, когда вам надо что-то продвинуть, там, новогодние скидки, еще что-то. Сюда приходите, вас уже все ждут. А, круто, мы все к вам. Все. Это ваши медиа, это ваши 100%, понимаете? Получается. То же самое можно делать там, на YouTube и так далее. Это не быстро. Я не говорю, что вы пришли, как знаете, там раньше говорили, создал сайт и сразу у тебя продажи пошли. Фигня полная. То же самое, не будет сразу он тут, не посыпется продажи, социальные сети не продаются. Но я говорю, что вкладывайте в создание собственных каналов коммуникации. Тогда вы с ними потом можете работать. Так, то, что я говорил, рекламируйте в информационном поле конкурентов, используйте слабости, заполняйте информационные дыры, удаляйте информационный блок, потребите там, где он есть. Ну, понятно, то есть не лезьте туда, куда не нужно лезть, ну, то есть там, где вас не ждут вообще. Так, ставка на людей. Смотрите, люди покупают людей по рекомендациям людей. Вот это очень важно. То, что я говорю, вот, мне Купер ничего не платит за его промо. И Приват мне тоже ни хрена не платил. Мало того, вчера меня Приват обидел, а я сегодня про них тут дифирамбу пою, понимаете? И нормально. И это нормально. Не придется заплатить. Они молодцы. Они очень быстро отреагировали. Мне там, извините, вот ваша коллега, которая сегодня здесь с нами, она руководитель вообще всего южного региона, она моментально зашла, быстро порешила вопрос, сказала, что деньги уже на счету, все в порядке.
То есть, и все, шляпу снимаю, говорю, молодцы. Да, смотрите, да, вот. И это благодарность за то, что за их быструю реакцию, на негатив так, мой. Так единственное, что приватно, надо следить за деньгами. Куда-то испаряются. Нет, это не то, что смотрите, обязательно в своем коллективе посмотрите, у вас есть люди, которые живут в социальных сетях, которые что-то пишут, они талантливые, они пишут там письма, не знаю, там книги пишут. О чем я говорю? Смотрите, не надо закрывать людям доступ в ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Используйте это время, научите их, пошлите их на какой-то тренинг или куда-то, чтобы они могли это время, то есть пусть они полчаса в день потратят на компанию, на любимую, что-то напишут, что-то там как-то проконтролируют и так далее. Чтобы они и так сидят там, они и так замечают это. Пусть они хотя бы там какой-то 15 минут в день что-то делают на вас. Просто придумайте, но это лучше прописать. Тут есть определенная опасность, чтобы они не кидались на амбразуру, не начинали вас защищать неумело и там, подставляя вас же. То есть аккуратно с этим. То есть у больших компаний есть такие целые брошюры о том, как можно, ну, то есть правила поведения в социальных медиа. Так, смотрите. Еще такая вещь. Помогите специалистам стать известными. Понятно, есть сферы, например, салоны красоты. У вас со специалистами проблема. Вы только засветили, сразу украли. Ну, у вас вы друг у друга крадете, это нормальная вообще сфера, там специалистов мало. Вот. Но если вы производственная компания, главный технолог, который производит булочки, я не знаю, или еще что-то там, швея главная, вот она уже в этой сфере там 40 лет работает. У нее знания такие, что вообще не надо ноу-хау выдавать. Но Марию Ивановну с фотографией, вот помните, как была стенгазета в свое время, да, там вывешивали на доске почета, вот то же самое, только вы берете и в пресс-релиз, в новость. За которую вы платите деньги за размещение, говорит, Марья Ивановна, вот мне нужно ваше мнение, вот куда идет швейная промышленность, давайте вот посидим с вами, сделаем так, чтобы это было нам выгодно. Мы вашими словами красиво, вот журналисты немножко подправили, сделали красиво, чтобы вы вычитаете потом, чтобы это не было глупости какой-то, сказано вашими устами. Вы берете, делаете хорошую фотографию Марьи Ивановны прямо на рабочем месте, вот с рукавами, вот с этим лицом, глазами полными мудрости и знаний, выкладываете ее цитату, и люди считают. И человек, это как пол зарплаты выдали лишний, понимаете? Вот честно, человек потом приходит и говорит, сыночек, смотри, обо мне написали, они будут говорить, Марья Ивановна, встречать на улицу, блин, я видел у вас там на сайте Думская, у вас написали так красиво, вот золотые руки у вас, да? Блин, в хорошей компании работаете, ценят, наверное, вас, да, и это работает на ваш HR тоже. Это работает сразу учимся, это имидж HR. Потому что рекламная подача это всегда продажа, это галимая продажа, которая дает молотком по голове. А вот такие вещи, они учат людей присматриваться к вам, прислушиваться и покупать у вас. Так. Ищите лидеров мнений, то есть найдите, не надо всем, надо просто там, выбрать вот, там, каких-то аналитиков, если это банк, еще что-то, их можно брать. Можете поработать с собой, если вы очень известная личность и компания крутится вокруг вас, и вы известны, то делайте, как, допустим, поступил тот же там Роберт Гулеев, там, Сава Липкин в Одессе, там еще кто-то там, Тиньков, Олег Тиньков в Москве. То есть попросите специалистов помочь вам один раз настроить это все, ну, вот свой персональный коммуникационный бренд, и потом вы будете иногда что-то писать. У вас мысли появляются постоянно. Делитесь с миром, на вас будут подписываться, говорить, блин, успешная женщина, пишет такие классные штуки, я у нее столько научился. Понятно, не выкладывайте ноу-хау. Но иногда можно делиться, вы увидели в чужом бизнесе какой-то затык и рассказали, не упоминая бизнес, как можно что-то решить. И вы выложили, и вас пришли сказать, блин, спасибо, вы так помогли, реально, вот вы сейчас сэкономили мне там $5000, я собирался инвестировать в это, а теперь я делаю совершенно другие вещи. Вы спасительница, и вот вам бутылка коньяка, там, столетнего, да, ну и так далее. Используйте персональный бренд свой и некоторые какие-то руководители подразделений, специалистов, аналитиков, это очень важно. Это типа бренд Юлия Высоцкая, да? Вот типа, ну, это дорого, это богато и так далее, но это типа такого, да. Смотрите, вы развиваетесь, мы так попросили развивающихся компаний рассказать, поэтому вы развиваетесь. Каждое ваше достижение – это информационный повод. Вы покрасили цеха, ну, грубо говоря, да, это вы обновили интерьер. Но вы уволили главного бухгалтера, взяли другого. На должность главного бухгалтера заступил специалист из компании такой-то, там, которого мы украли там, и так далее. Ну, короче, ребят, причем не надо, то есть это не значит, что надо брать и сразу вкладывать кучу денег в этот пиар. Но даже если вы написали на своем сайте, если вы написали в своих каналах коммуникации, там, то, что мы говорили, Facebook и так далее, страничка, это уже круто.
То есть, но хорошим, правильным языком. Не пишите это там левой ногой там, и не поручайте это секретарше писать. Это должен писать профессионал. Журналисты, они берут много денег за свою работу. Они без хлеба сидят. Дайте работу на аутсорсе журналисту, чтобы вам красиво про вас писал. Да можно их найти, их немного не есть. Найдите в Фейсбуке Викторию Белошинскую. Да. Смотрите, если одесситы, найдите Викторию Белошинскую, человек работает в какой-то государственном СМИ, очень хороший аналитик, с высшим экономическим образованием, прекрасно пишет, умная женщина, работала в свое время в команде мэра. Писала тексты им в том числе. Так что, ребят, а сейчас зарабатывают какие-то совершенно меняемые деньги и берет свою работу очень меняемые. А вам не надо много этих вещей. У вас каждый день вы цвет не перекрашиваете. Хорошо. И помните, пиар это не реклама. Пиар это никогда. Все, что вот это вот, типа, наша компания занимается эксклюзивом, это все, это реклама, это джинса. Это неинтересно, никто это читать не будет. Вы себя похолите, полилейте, погладите по головке, скажете, какой я крутой и жирный, но на самом деле люди никак это не воспримут, они не будут это читать, они сразу думают, ага, деньги заплачены, до свидания. То есть надо писать, надо нести пользу людям. Любая информация должна нести какую-то образовательную функцию. Если вы занимаетесь обувью, напишите, как правильно статью, не знаю, там, или что-то, материал, как правильно растягивать обувь, или как делать так, чтобы обувь там не прела, или что-то еще не скрипело, или чтобы лаковая обувь не трескалась, или еще что-то, я не знаю, все что угодно может быть. Хорошо, вот, то, что я говорил, информация в собственных каналах коммуникации вызывает больше доверия, чем джинса. То есть, не надо, то есть, когда вы создали себе там 2-3-4 странички, причем Facebook страница индексируется и продвигается, именно продвигается, она продвигается лучше, чем некоторые региональные сайты. Потому что Facebook сам большой, и он делится с вами своей вот этой вот силой, накопленной за многие годы и за многие деньги. Ну и понятно, ребят, вот сейчас работает диалог, не надо выходить туда и вещать. Тро-та-та-та-та-та-та. Скинулись, задайте вопрос. Особенно в социальных медиа. И не делайте так, новость на сайте компании вот такая, и вы берете ее, копируете, вставляете ее в Facebook. Нет, вот это вот читать никто не будет, это сухарь. На сайте компании он будет смотреться хорошо и правильно, но туда надо написать, вы знаете, приехали в новый офис, классно, ждем вас в гости, коньяк уже дымится на столе, ну в общем и так далее и тому подобное. Вот. А там написали, да, компания такая-то переехала в новый офис и покрасила стены, ну образно говоря, да. Поэтому, и задавайте вопрос, когда бы вам было удобно подрулить к нам на чай. И никто не и все молчат. И вот тут, можно переодеваться и, собственно, просить сначала коллег, и иногда там, да, и себя можно лайкать иногда, и можно отвечать самому себе на вопросы. Тут нет, девочки. Если у вас план, подожди, показать вам, как это делается? Да, покажи. Нет, сейчас это действительно важно. Потому что это правда. Смотрите. Смотрите, мы заходим сейчас, я захожу, сейчас я вас отпущу. Да, заходим на какую-нибудь страницу, давайте я зайду сейчас на страницу, ну не знаю. Ну вот это благотворительного фонда, это наш проект, мы собрали за месяц 1 000 000 гривен. Вот. Значит, смотрите. И вот у меня, видите, 133 перепоста и так далее. Вот видите, такая маленькая кнопочка. Да, я управляю несколькими страницами, я могу переодевать. Я вот это вот называется переодевание, да? Я зашел сюда, секундочку, и начинаю переодеваться. Я себе переоделся в Бориса Ходорковского, нажал «Мне нравится». Я переоделся в своего клиента, которому это может понравиться, и я с ней работаю, и ей важно засветиться здесь, и поэтому я нажимаю «Ей нравится». Я переодеваю свою компанию, уже кто-то нажал из моих сотрудников. Я переодеваюсь еще в компании, в которой я работаю, это большая международная компания. Да, можно. И, ну, я не во всех буду так переодеваться, потому что это будет не со всеми корректно. Потому что, ну, например, ну вот от Виталия Пушкаря я вряд ли это буду делать, но, допустим, моя мама Одесса, да, почему бы нет. И так далее. Что я сейчас делаю? Переодеваюсь просто там, хорошо, вот эту компанию тоже можно. Я делаю целевые вещи, там, допустим, у меня есть новостное издание, там, Одесса Бизнес Ньюс. Я взял, зашел на него, нашел, где у меня там Одесса Бизнес Ньюс, выбрал, чик и отметился. Мало того, смотрите, тут сразу высветилась моя компания, да? То есть это еще и реклама. То есть я сказал классно, что-то одобрил, и тут же еще засветился как своя компания. И я не заспамил, я не пришел кому-то на стену и не запостил там, приходите, покупайте нашу херню. А
Я сказал, блин, классно, классно. Сказал это от лица компании. Вот и все. Мало того, я могу здесь зайти и что-то написать от лица компании. А ну еще раз, как мы это переодеваемся? Не, ну это понятно, это переодевание, потому что у меня много, то есть мы заработаем в сфере коммуникации, мы ведем там десятки клиентов разных. Поэтому у меня, я могу писать от разных компаний просто как менеджер управления. И я не использую, допустим, я от вас никогда бы там, допустим, от Приватбанка, ничего, но если бы мы их вели, я бы никогда не лайкнул что-то без ответа. Но есть вещи, которые нормальные, то есть я знаю, что там вот это благотворительный фонд, и они говорят, Боль, ты все что угодно, вот делай все, что надо, будет все хорошо. Все. Вот так где это? Вот, вот эта кнопочка, видите, вот, вот, сразу вот здесь, сразу вот. Ну это вот на Facebook. Это на Facebook, да. То же самое можно что-то похожее делать, но не совсем так. Ну, на Facebook это можно делать, в принципе. Поделиться можно. Можно поделиться у себя на странице, можно поделиться. Смотрите. Так у меня есть. Чтобы вы понимали, как работает. Я очень быстро вам покажу, как работает коммуникация в социальных медиа. Смотрите, когда, неважно в каком медиа, ВКонтакте или Фейсбуке, где угодно. Если вы рекламой привели себе аудиторию там, 600 человек, на самом деле у каждого из этих 600 человек где-то 200 друзей. То есть вы сразу же 200 на 600, это у нас получается 12 тысяч, правильно? Да. Это 12 тысяч потенциально, нет, понятно, аудитория пересекается, скорее всего там 10 тысяч. Это потенциально 10 тысяч людей, которые так или иначе будут сталкиваться с вашими сообщениями. Это раз. Второе. Вы когда что-то делаете лично, да, допустим, вы опубликовали что-то на странице компании, что-то написали, это компания. Это ваш профиль, вы взяли и перепостили к себе на личный профиль. А у вас еще таких 10 ваших сотрудников. Это не значит, что всех надо заставлять перепощивать. Но говорить, ребят, если вы находите что-то интересное, заходите, комментируйте и так далее. Они тоже взяли и перепостили, они взяли и перепостили, у вас это еще умножить на 3 как минимум. А это у каждого из вас своя аудитория. У вас 500 человек. У них там суммарно там 700 человек, это 1500, ну короче говоря, и все это умножается на 200, и получается вот, вот что такое социальные медиа, когда каждый, вот каждый поделился, а у вас, если в компании работает 20 человек, и все сидят в социальных медиа, ну сидят они, если они только не торгуют на рынке, и тот же с телефоном уже сидят. Они могут параллельно подрабатывать там. Он пришел на работу, что он сделал первое дело? Зачекинился. Я здесь был, отметился, фотографию сделал, чашечка кофе до меня еще. Все. Вот что такое. Это, знаете, такой социальный эксгибиционизм. Вы приходите и в интернете начинаете показывать, как вы делаете что-то. Я художников, у нас художники, спортсмены есть в клиентах, я их заставляю показывать их идеи. Вот он накидывает карандашные наброски, говорит, кидай мне все, давай, я это сканирую, выкладываю. И люди такие ждут, они сидят и ждут, они любят в процессе. Как эта обувь делается, как делается прическа какая-то. Вы можете в Инстаграме... Сразу поделиться. Да, например. Вы можете показывать, как вот девочка пришла вот, с маникюром, с салонами красоты просто. Лицо показать не каждый захочет. А руки? Да все покажу. Мои руки будут, понимаете, на пол интернета. Это нормально. Еще и спасибо скажут. Еще будут им девочкам, посмотрите, какой красивый маникюрчик сделала. Еще пригласят туда своих друзей всех. Вот это эксгибиционизм, который контролируется и стимулируется вами и через офлайн, и через онлайн. Если у вас салон красоты, положите там iPad. И пусть на этом iPad они приходят, логинятся в себя и начинают там что-то там отмечаться, что-то говорить там это. И первая страница пусть будет страница вашего салона всегда. Он заходит, раз страница салона. А, ну конечно, лайк, я еще не лайк. Все. Почему бы нет? Допустим, тому же музею Шустова я предложил поставить такой пипитер и на выходе поставить iPad, в котором даже закрыта вот эта кнопочка переключиться на другую программу, на котором торчит одна программа, TripAdvisor. Человек вышел, а он понравился, да, ой, как классно, хорошо, я его сейчас напишу отзыв, написал отзыв. Слушайте, а может быть и там? Да, круто, да, тогда мы еще белочек дадим, ну замечательно. Все, он пошел, написал отзыв. Все, у них там за месяц проходит 1000 человек. Вот вам, пожалуйста, половина, 10% из них оставит, вот вам 100 отзывов в месяц. Хороших, нормальных, ну еще главное вовремя подстраивать. И понятно, что если клиент вышел разочарованный, то его быстренько прячем. Ну, так вот. Хорошо. С этим ясно. Так, это мы уже делали, я понимаю, что нам нужно заканчивать. Сейчас. Ну, у меня включи закончить. Смотрите. Благотворительность тоже может хорошо работать на маркетинг. И сейчас у нас вся Украина занимается благотворительностью, мы покупаем там бронежилеты, покупаем то, что может. Кто-то кровь дает, кто-то еще что-то делает. Я для себя это открыл очень давно, кстати, эту тему, там пробовал на паблике. Благотворительность услугами, не обязательно деньги, с деньгами расставаться. Вы можете что-то оказать кому-то бесплатно, просто там. Подарить пару обуви, которую вы же и производите.
постричь, я не знаю, там, 10 девочек из детдома. Ну, все что угодно, я не знаю. Чему-то научить, провести мастер-класс, тренинг и так далее и тому подобное. Помогать журналистам очень хорошо. Они такие же люди, как и мы. И если у них есть юридические вопросы и так далее, они придут к вам, если вы сможете их проконсультировать, не сказать, знаешь, солнышко, это стоит там, $200. Как у меня нет. Пришла, приходите, все, журналистов ко мне можно бесплатно. То есть я вам в суде за вас не выступлю, извини. Это будет, ну, я сделаю скидку большую, но проконсультировать как-то что-то не попалось там или что-то такое. Вот, приходи. Вот. То есть помогайте, ну не только журналистам. То есть вы помогаете в сфере своей компетенции, закрываете какие-то вопросы, но не так, что вы навязываетесь, а вы потом обязательно напишите статью. Он не сможет написать статью. У него редактор есть и коммерческий отдел, который никогда не пропустит это бесплатно. Но он как журналист очень читаем или она в Фейсбуке или там еще где-то ВКонтакте, и он обязательно об этом напишет, и его там 1500 человек прочтут и скажут, блин, круто, молодцы, помогают нашим. Все. Забыли какие-то вопросы. Ну и да, не лечите от корпоративной социальной ответственности, просто делайте то, о чем вынужден будет писать СМИ. Простой пример, я вот вам показывал частичку сердца, это камень. На самом деле, это придумала коммерческая структура. Цитрус, сеть Цитрус, Виктор Шалашенко, один из немногих стрит-маркетологов в этом городе. Причем он его придумал, запустил и в этот же день сломал коленную чашечку. И проект состоялся, несмотря на то, что он провел весь месяц в больнице. Он только-только вышел из больницы. Короче, идея проста. У него была какая-то когда-то идея собрать 1 000 000 гривен на благотворительность. И нашли фонд Пинчука, вот этот украинской биржи благотворительности. Провели, они даже денег заплатили, то есть они нам платят немножечко денег, чтобы мы помогли им, ну, вот, организовать эту информационную сеть. Mm-hmm. То есть они вкладывают в это, какую-то немножко даже рекламу где-то вложили, чуть-чуть, там копейки на самом деле, посмотреть на бюджеты, которые собраны 1 000 000 гривен за месяц. Так вот, мы запустили конкурс, нашли человека, который был готов поселиться в витрине магазина на Крещатике, прожить 30 дней и собрать денег. Пришел, мы когда охренели, люди начали подавать свои заявки, пришел бывший продюсер Comedy Club Ukraine, Максим Бахматов. Поселился, мало того, провели, да, был большой отбор, были собеседования с HR-ами, с психологами, ну и у него был самый такой конкретный бизнес-план, он бизнесмен хороший, очень успешный, у него в Европе компания, в Украине несколько компаний и так далее. У него был конкретный бизнес-план, он видел это как бизнес-проект, он знал, как его реализовать по этапам. Были и другие люди, тоже владельцы больших бизнесов, в том числе из Одессы, которые готовы были. Одна очень известная общественница. Ну вот, выиграл он, победил он, и в итоге вот он уже собрал уже больше 1 000 000, 1 120 000. Он себе планку поднял вот сейчас. И оно работает. Количество бесплатных репортажей по таких публикациях, все телеканалы сняли репортажи. И они все снимали витрину Цитруса. Все. Адрес. Крещатик 52 мелькал просто на всех экранах. ICTV, новый канал, короче, все. Завтра уже пирожки фест будет. Вот. Я захожу на стену, я же помогаю этому проекту, причем я помогаю ему как и бизнес, и как человек тоже. Я там от себя денег дал, от компании мы денег дали просто. То есть, грубо говоря, мы деньги, которые нам заплатили, мы большую часть вернули даже уже обратно. Ну, потому что вот так. Поэтому это сумасшедший проект. Ну понятно, не каждая компания себе может такое позволить. И понятно, там не каждая компания может себе позволить магазин на Крещатике открыть. Но можно делать вещи, которые адресно помогают. Смотрите, даже такие компании уровня Киевстар, они очень ответственно и очень бережно подходят к этому. К ним там очереди стоят людей, которые просят у них бабла. Дайте на это, вы что? Что вам денег жалко? То же самое. Они сказали, ребят, смотрите, в каждом регионе у нас есть своя целевая группа. Они изучили регион и сказали, смотрите, в Одессе есть слепые дети, есть интернат для слепых детей, которым там уже 200 лет, да, и вот они им помогают. Они им закупают дорогущее оборудование, все, они их выбрали, они работают только с ними. Выберите свою целевую какую-то и помогайте, не надо много. Это может быть полчаса вашего времени в год, в месяц. Пробу на паблику придумали британские юристы. Они в 18-м, по-моему, веке бесплатно, там, несколько часов или день в месяц, или несколько часов в месяц отдавали там, ну, людям еще без крова, без ничего, без жилья на вот, какие-то юридические услуги оказывали. Это прекрасная работа. И я вам скажу, что СМИ вынуждены писать об этом. Особенно, если это действительно что-то хорошее. Но не поступайте как политики, да? Когда они организовывают какой-то там пробег инвалидов, приходят на трассу здоровья, вызвали всех коллег там,
там 100%, все стали, отсняли, они уехали, там бананы покушали и уехали, все, и даже на старт не посмотрели. Вот так не делайте никогда. То есть, ну не берите пример с политиков. А вот, да. Вот такого плана проекта, вот посмотрите механику, как, посмотрите, как делают на Западе. И это не обязательно много денег должно быть. Это может быть реально там час времени в неделю, который выделяет один ваш специалист. Ну, собственно, где-то вот так все. Спасибо вам большое. Мне было очень приятно для вас танцевать. Надеюсь, что было полезно. Я надеюсь, что я вот в таком темпе, в жутком таратуре, я успел выдать много полезной информации. И, в принципе, даже где-то... Там, еще уложился.